Автор рассказа Андрей Платонов. «Ты не спеши, Алексей Алексеевич, но побей их основательно», сказал на прощание генерал полковнику Бакланову. «Однако не задерживайся здесь, а то мы далеко уйдем, не догонишь». Генерал уехал вперед. Полковник остался один возле своего блиндажа, устроенного в Ягоднике, в окрестности старого немецкого городка. В этом городке остался немецкий гарнизон, снабженный мощными средствами огня и большим запасом продовольствия и боеприпасов. Немецкому гарнизону был дан приказ держаться здесь без срока, пока не прибудет к нему помощь. Полк Бакланова с приданным ему усилением, батальоном тяжелой штурмовой пехоты, батальоном резерва и артиллерией всех калибров, в том числе и самоходной, оставлен был на месте, чтобы блокировать этот немецкий городок и взять его тогда, как наши главные силы ушли вперед преследовать противника. Было раннее утро. Бакланов посмотрел на чужое пространство, на город, на дома, тесно умещенные на земле, поднимающиеся по холму к центральной площади. В центре города еще уцелели две готические башни, и к ним была подвешена на траверзах электрическая высоковольтная магистраль. «Вкуса у них нет», — подумал Бакланов, — «и скучно нам здесь». Тоска по родине мучила теперь Бакланова. Он любил русские избы, считая их самым лучшим архитектурным произведением. Он любил плетни, полевые дороги во ржи, закаты солнца за далеким горизонтом в Орловской степи. Он любил видеть женщин-крестьянок, стоящих за штурвалом комбайна. И ему нравился шум ветра в березовых рощах Подмосковья. Он вспоминал теперь с грустной улыбкой и деловых сельских воробьев, и белых бабочек над желтыми цветами, лишь потому, что все это существовало в России. Здесь, в Германии, был иным вид природы и унылый порядок жилищ, аккуратных до бездушности. И сама земля здесь пахла не теплом жизни, но какой-то химией мертвых веществ. Полковник услышал, как в его блиндаже зазвонил телефон. И ординарец Елисей Копцов сказал в трубку: «Алло, земля слушает». Полковник пошел в блиндаж. Там его ожидала работа. Система укреплений противника в осажденном городе была ему не ясна. О ней были известны лишь общие сведения по опыту истекших боев. Но Бакланов, как любой советский офицер, знал, что он имеет перед собой изобретательного, хитрого противника, творящего в отчаянном сопротивлении разнообразные системы обороны. И без достаточного изучения и разведки укреплений врага нельзя штурмовать город, чтобы не проливать в слепоте напрасно крови своих войск. Эта неизвестность общего инженерного и тактического принципа, по которому была построена вся система обороны немецкого города, тревожила Бакланова. Артиллерийский начальник сообщил Бакланову, что он еще вчера вечером накрыл точным огнем 6 дотов в южной части города, помещавшихся в приспособленных зданиях. Но утром артиллерийская разведка обнаружила, что из разрушенных дотов 3 снова ожили в руинах домов, а по соседству в том же районе возникли еще 5 свежих дотов. Противник вел себя здесь, как сказочный многоглавый дракон. Ему разморжили огнем 6 голов, а к утру у него отросло 8. Это было неожиданно и смущало полковника Бакланова. Он ясно понимал, что вся тайна заключается в той инженерной идее, по которой была сооружена оборонительная система города. Но идея-то эта ему была еще неизвестна. Однако первоначально победа зарождается именно в истинной разведке тайны противника. «Что есть 4?» – нараспев, но тихо спросил сам себя ординарец Копцов. И ответил: «4 есть конечности у живого тела, 4 колеса у телеги спокон века, у круглого года времени 4». Алексей Алексеевич прислушался. В блиндаже за бревенчатой перегородкой жил ординарец полковника Елисей Копцов. Когда Елисей имел досуг, он обычно сидел неподвижно и тихим голосом протяжно напевал бесконечное песнопение, служившее ему источником самообразования, развитием ума и утешением. Это была мелодия, подобная звучащему сердцебиению. Алексей Алексеевич уже знал песнопение Елисея и сам иногда в скучные свободные минуты напевал его. Елисей был происхождением из Сибири, и он в свое время доложил полковнику, что песню эту певали в старинное время в Сибири, а долговечность и прелесть ее состояли в том, что каждый человек мог ее петь по своему смыслу, глядя по душевной надобности, а старое значение песни забыто. Теперь тоже Елисей успокаивающе произносил нараспев: «Что есть 2?» И сам отвечал себе: «2 есть семья, боец Елисей да жена его Дарья,
Дарья Матвеевна, любезная моя». Потом Елисей продолжал другие куплеты, что есть 5, что есть 6 и так далее. Он мог доходить до любого числа, по порядку или в раздробь. Алексей Алексеевич спокойно работал над картой, под напев Елисея, словно под музыкальный аккомпанемент. «Что есть 1?» – провозглашал Елисей. И держал ответ самому себе. «Один есть я, боец Копцов, и солнце 1, и в полку 1 полковой командир. Что есть 18? 8 притоков текут в Ангару, 10 притоков кормят потоки Шилки реки. Вот что 18 такое число». «Елисей, а что есть 100?» – спросил Алексей Алексеевич. «100 есть жизнь, век человека», – провозгласил Елисей. 100 годов деды наши жевали и нам завещали». В прежний раз Елисей объяснял число 100 как число роты, 100 бойцов и 100 едоков. Он никогда не повторялся и всякий раз определял образ одного и того же числа по-иному. В полку уже получила распространение эта песнь-наука под именем «Слово Елисея». Бойцы часто в разговоре вдруг спрашивали один другого, что есть 1000 или 41, и даже что есть 1500. Задача заключалась в быстром, правильном и складном ответе, а самый смысл ответа определялся по разуму и усмотрению того, кто отвечал. Наша артиллерия сразу открыла огонь, сделав несколько залпов, и телефонный зуммер зазвонил на столе полковника. Начальник артиллерии полковник Кузьмин сказал по проводу о причине огня. «Я, Алексей Алексеевич, горшу помаленьку доты. Их теперь стало вдруг 11, а, по-моему, еще больше». «Что это, Евтихий Павлович?» – спросил Бакланов. «Строят они их, что ли, под твоим огнем?» «Построены-то они еще прежде, Алексей Алексеевич», — ответил артиллерист. «Но не все еще жить пущены. Многие нас молча ожидают». «Да не в этом сомнение. Сомнение у меня, Алексей Алексеевич, в том, почему у них и мертвые потом живут. Я накрывал огнем в прах, и доты были, и огневые точки. А они ставят сызнова в развалины новые пушки и опять живут. Откуда у них питание туда идет? По какой трубе?» «Заходи, Евтихий Павлович, мы подумаем», — сказал Бакланов. Действительно, каким способом немцы производили замену разбитых пушек новыми, питали их боеприпасами, комплектовали свежими расчетами, приспосабливали под доты прочные здания или ставили огневые средства в руинах? Как это происходило, если наблюдение с земли и с воздуха не обнаруживало никакой деятельности и движения противника по поверхности? Артиллерийский полковник Кузьмин, войдя в блиндаж, сразу спросил: «Елисей, что есть 40 и что есть ничто?» «40, товарищ гвардии полковник, есть сумма от сложения ручьев, протоков и речек, что перешел с боем, а также и спокойно, наш полк в прусской земле», — сообщил Елисей. «Точно», — вспомнил полковник Бакланов. «А ничто есть пространство между нами и противником, вот что ничто. В этом ничто вся сумма-то и содержится. Где вычитают нашего брата-солдата?» — улыбнулся полковник Кузьмин. Полковники стали вдвоем рассматривать план старого немецкого города. Артиллерист нанес на план отметки дотов и огневых точек, по тем сведениям, какие у него были на последний час. «Что толку, Евтихий Павлович?» – сказал Бакланов. «Что толку в этих данных, если разбитый твоими пушками дот опять может жить или возникнуть, как его подобие, в соседнем здании? Если мы даже не знаем, сколько же у него всего этих дотов или того, чем он их заменяет, и откуда он берет людей и технику, и где у него находятся резервы. И потом, это не война, бить противника на ощупь, давать ему паузу для отдыха. Надо ударить раз, но наверняка и насмерть. А иначе что толку?» Кузьмин задумался. «Толку нет и правда. У него, видишь ли, Алексей Алексеевич, есть бродячие доты за каменными стенами. Вот существо-то, черт его побери, это мусорный враг. Что же рушить весь город?» – помолчав, произнес Бакланов. «Здесь нет пока такой необходимости. Это и для нашего огня накладно. Это не бой, а немыслимо глупое дело». «Дурость, конечно», — согласился артиллерист. «Побольше ума, Евтихий Павлович, и поменьше огня». «То-то и дело, Алексей Алексеевич. Елисей, что есть 91?» «Разрешите, товарищ гвардии полковник, ответить после взятия этого немецкого населенного пункта. Не положено отвлекаться мыслью от главной задачи». «Молодец, Елисей», — сказал Бакланов. «Видишь, Евтихий Павлович, мы с тобой сейчас ошибаемся, что думаем одни. Умен должно быть не тот, кто надеется на одну свою голову. Вот когда в огне живешь, тогда думать за тебя некому. Тогда ты уж обязан думать один, и один за всех. Елисей, сходи к начальнику штаба, он отдохнул теперь, пусть сейчас же придет».
Когда пришел начальник штаба, майор Годнев, Бакланов спросил, какие у него есть сведения об этом городе. Годнев доложил, что он уже беседовал с двумя инженер-майорами о характере сооружений в городе. Показывал им план города и данные разведки. Инженеры ничего нового не открыли ему. Они сказали, что это город старой постройки с большим запасом прочности в городских сооружениях. Причем в окрестностях есть месторождение бутового камня, из которого, очевидно, и сложены фундаменты зданий. «Этого нам мало», — сказал Бакланов и стал размышлять. «Дивизия нам тут не поможет, армия тоже едва ли. Ну ладно, вы сейчас же, майор, запросите по радио шифрам все данные об этом немецком городе, исторические и экономические. Пусть даст их нам немедленно штаб фронта для оперативной надобности». Майор ушел на связь исполнять поручение. Командир батальона, закрывавшего выходы из города на запад, донес Бакланову по телефону, что из города внезапно вырвались 6 средних танков, стремясь прорваться на запад. Они сдерживаются противотанковой артиллерией и маневрируют сейчас на западной окрестности города. Кроме того, в тылу батальона с северо-запада появилась группа тяжелых танков. 4 машины, но пехоты за ними нет. Эти машины стремятся наоборот в город. Сейчас они находятся в лесной посадке, и по ним также ведется огонь. Бакланов сообщил Кузьмину обстановку и спросил его мнение, что это значит. «Ничего особого», — сказал артиллерист. «Немцы же сволочи, и война идет, а в войне всегда хаос бывает. Если они танки из города выводят, значит, они не желают закапывать их в городе в оборону. Значит, им пушки не нужны, у них, стало быть, есть их достаточно. А те 4, что снаружи в город едут, те из какого-нибудь маленького блуждающего котелка выбрались, а теперь осиротели, отбились и хотели бы домой ко двору, а у двора чужие части стоят. Пусти ты их свободно, Алексей Алексеевич, навстречу, а я самоходками их засады накрою. Давай сообразим по карте, как это будет». Они стали соображать. «Нельзя», — неуверенно сказал Бакланов. «Я боюсь считать врага глупым. А если это его хитрость? А ведь у меня там батальон. Давай твои самоходки на северо-запад. Освободи меня от тяжелых машин». Он взял трубку и приказал командиру западного батальона. «Петр Иванович, подержи еще маленько их огнем. Против тяжелых сейчас тебе поможем. Против средних воюй сам. И давай все время их координаты на КП артиллеристам. Тебе видней. Как ты думаешь, что ты мне еще хочешь сказать?» «Ясно, товарищ полковник», — ответил командир западного. «Беспокойства большого нет. Я думаю, управиться без потерь. У них машины идут нерезво. Веры у них нету. Они пропадут». Кузьмин ушел на свой командный пункт. Вскоре пришел начальник штаба Годнев. «Есть новая разведка?» «Ничего нельзя сделать, Алексей Алексеевич. Люди ходили чуть не до центра города, проникали в дома, но дельного ничего не обнаружили и населения не видели. А ведь население есть. Не могло оно целиком уйти отсюда?» «Не могло». «Тот, кто узнал кое-что, не пришел назад», — сказал Годнев. «Две группы разведчиков до сих пор не вернулись. 11 человек». «А что ты думаешь, майор?» «Трудно. Штурмовать в темную нельзя». «Нельзя», — сказал полковник. «Этот город надо взять малым боем, но большой разведкой». «Точно, товарищ полковник», — согласился майор. «Точно. А что точно? Как мне надоело это слово», — рассердился Бакланов. «Все говорят точно и точно, как пластинки в патефоне. А что именно точно? Когда вы не можете предложить планы операции?» «Ну ладно, извините меня, я еще больше чувствую себя виноватым, чем вы». Годнев молчал. Немного погодя позвонил Кузьмин. «Алексеич», — сказал артиллерист, — «4 тяжелых я изувечил, а средних пока не удается накрыть, они уходят обратно ко двору». «Ну как, хорошо или ты недоволен?» «Что хорошего, когда плохо? 6 машин ведь уйдут, и нам еще придется с ними иметь дело», — ответил Бакланов. «Томчимся мы тут зря. Преследовать их надо в упор, огнем по пятам, загнать их в трущобу, откуда они вышли». Последние слова Бакланов произнес с той страстью, которая была свойственна его натуре. Он знал, что если мысль бывает временно бессильна, тогда полезно предаться действию. И действие всегда подскажет истину и даст решение. «Есть, товарищ полковник», — ответил артиллерист. «Я сейчас попробую». «Не пробовать надо, а делать, быстро и надежно. Пустите им во след 4-5 самоходок. 2-3 установки пусть бьют схода, слепящим огнем по дотам, с ближней дистанции. Остальные преследуют танки до конца. Потом сразу мне сообщите результат. Ну все,
Действуйте живым боем. Вскоре прибыл ответ из штаба фронта. В сообщении подробно излагались все сведения об этом немецком городе. Количество зданий, их стиль, время постройки, техническая характеристика сооружений, способ планировки, занятия жителей и многое другое. Бакланова более всего заинтересовали экономические сведения о районе, прилегающем к городу. Это, оказывается, был старый район маслоделия и сыроварения, а город издавна обслуживал свой район как складское хозяйство и как центр оптовой торговли с потребительским западом Германии. В городе, особенно в средней его части, есть большое число зданий, говорилось в справке Генштаба, где подземная часть зданий относится по кубатуре к внешней, наземной, как 3:2, потому что в подземной части находятся помещения с постоянно пониженной температурой для хранения продовольственных товаров, сливочного масла и сыра главным образом. «Вот что мне нужно было», — обрадовался Бакланов. Он вызвал начальника штаба, и вместе с ним они заново прочитали план города. Здания в центре города имели 2, 3, иногда 4 этажа. Здания стояли близко одно к другому. Их внешний объем поддавался довольно точному расчету. Однако подвалы под ними не могли быть по глубине равными высоте зданий. И все же они были на 3/2 больше объема наземных зданий. Следовательно, подземные помещения распространялись в ширину. Но тогда они должны были занимать почти всю площадь в центральной части города. Бакланов до войны был землеустроителем. Он умело прикинул на счетной линейке кубатуру подземных помещений и нарисовал на плане города приблизительное очертание расположения подвалов, наименьшую площадь, которую они должны занимать. «Ясно теперь?» — спросил полковник у майора Годнева. «Не совсем, Алексей Алексеевич». «Ясно. Они соединили все подвалы города в один лабиринт промежуточными тоннелями. А кверху, почти в каждый монументальный дом, у них есть вертикальные шахты-выходы. По ним они и маневрируют. Каждый дом может быть дотом, и через полчаса им не быть. Вот в чем была загадка. В этом складском лабиринте под землей у них техника, боеприпасы, гарнизон, даже цивильные немцы. А наверху у них огневые расчеты и оперативные группы. Я думаю, они туда даже танки свои закатывают». Резкие близкие разрывы зашатали блиндаж, и две мыши появились на полу, словно ища защиты возле людей. Ординарец Елисей подошел к полковнику и стал возле него. «Ничего», — сказал Алексей Алексеевич, — «мы им сделаем могилу в этом лабиринте». Осыпанный землей пришел полковник Кузьмин со своим ординарцем. «Пугают нас, полковник», — сказал он. «Как решил действовать, Алексей Алексеевич? Ты хоть скажи поскорей, как будешь воевать? Тебе голову оторвут, моя в запасе будет, и я буду знать». И Кузьмин захохотал. Бакланов тоже смеялся. Он любил этого старого артиллериста за его характер истинного воина. Он мог жить и думать под огнем спокойно и обыкновенно. Лишь слегка более воодушевленно, потому что все близкие люди своей части тогда делаются особо дорогими для сердца. «Сейчас мы им всем новую засечку сделаем. А потом я им дам жару, они у меня отсверкаются. Я их в мусор пущу», — погрозил Кузьмин. «Не надо, это бессмысленно. Береги лучше свои пушки для будущего дела», — сказал Бакланов. «Завтра мы через этот город вперед пойдем». «Ну-ну, Алексей Алексеевич». Блиндаж заскрипел в древесных пазах от недалекого разрыва снаряда. «Чего они щупают?» — спросил Бакланов. «А пускай выскажутся мои ребята, запишут их речь, а потом мы их по зубам». «Я же говорю тебе, что не надо пока ничего. Надо терпеть огонь молча. Любите вы палить пушкари? Прямо как дети огонь зажигать». «Ага, ну не надо. Разреши доложить Алексею Алексеевичу о действиях моих самоходок». Кузьмин взял карандаш и сделал на плане города две пометки. «Вот здесь у них и вот тут, возле этой каланчи, есть въезды под землю. Туда и ушли их танки, которых гнали мои ребята. Под каланчу ушли 4 танка. Артиллерист указал на одну готическую башню, что в центре города. А сюда, вот у здешних амбаров, у этой архитектуры». Артиллерист уставил карандаш на здании в одном северном квартале. «Сюда скрылись еще 2 машины. «Не подбил ни одной?» — спросил Бакланов. «Нет, Алексей Алексеевич, не вышло. Впору было от их дотов на ходу обороняться. Тесно было от огня. 2 мои машины не вернулись, а 1 больная пришла». Бакланов выслушал артиллериста и сказал ему. «Скоро, сегодня же, ты опять пойдешь по этой дороге». «Что?» — спросил Кузьмин. «Вот что», — произнес Бакланов и улыбнулся. Он уже знал события вперед и был теперь счастлив от своей уверенности.
«Вот, Евтихий Павлович, давай с тобой так трудиться. Садись, сейчас сообразим, как мы будем». И они стали соображать, как надо действовать, рисуя на картах. Затем полковник Бакланов вызвал к себе командира штурмового батальона капитана Чернова. Он рассказал ему его боевую задачу и показал на плане города, как нужно ее исполнять. По этой задаче выходило, что бой должен быть краток, но жесток и страшен. Начальник штаба уже привык к таким решениям командира, но полковнику Кузьмину понравились тщательность, осторожность, колеблющаяся осмотрительность, с которыми Бакланов начинал планировать операцию, и жестокость, уверенная смелость самого решения, не похожая на его подготовку. «Головастый солдат», — подумал артиллерист. Капитан Чернов молча слушал полковника. Он был молодой офицер, сердце его было чувствительно. Но как солдат он восхищался яростью предстоящего штурма и, размечая свою карту, доверчиво смотрел на старшего офицера. Полковник поднялся и обнял Чернова, потом поцеловал его. Чернов на мгновение прильнул в ответ к груди полковника, словно для того, чтобы взять от него добавочную силу и веру, которые ему потребуются в наступающем смертном труде. После ухода капитана полковник вызвал к себе командира резервного батальона. Этому батальону была поставлена задача усилить штурмовые группы Чернова. Когда все ушли и полковник освободился, ординарец Елисей робко попросил у Алексея Алексеевича, чтобы он разрешил ему пойти в резервный батальон и повоевать немного в новом бою. Время от времени Елисей Копцов ходил в боевые операции, и Бакланов разрешал ему это делать, чтобы солдат освежался в сражениях. Елисей сам любил ходить в бой. После того ему лучше было жить в полку, и он чувствовал себя более нормально. «Хорошо, Елисей, ступай, подерись», — согласился Алексей Алексеевич. «А я завтра утром сам чай заваривать не буду. Я тебя дождусь». «Обождите меня, товарищ полковник. Я после боя в раз явлюсь, как и всегда допрежде было». Бакланов улыбнулся. «Я обожду, Елисей. А ты скажи, что есть три». «В каждой операции положено иметь три части, товарищ полковник. Разведка, план и выполнение. Вот что три». «А что есть четыре?» «А четыре, когда все три части были правильны, а противник сделал свое противоречие. И нужно делать на четвертое поправку выполнения. Вот что четыре». «Верно», — подумал полковник. «Поправки выполнения самое главное в бою и бывает. Ступай, Елисей, и поправь огнем, штыком и гранатой мою ошибку». Елисей вышел наружу и прислушался. Вдалеке за городом били пушки. По звуку можно было различить стрельбу противотанковой артиллерии и удары танковых пушек. Командир запасного батальона сообщил Бакланову по телефону, что против его расположения снова появились танки. Теперь их было уже 8, и за ними шла пехота числом до батальона. Новая контратака немцев не могла быть предвидена, но ее можно заставить служить главной задаче. Контратака даже облегчала тактическое решение основной задачи. Бакланов посмотрел на часы. Сейчас ровно 18. Немцы упреждали Бакланова всего на 20 минут. «Ну что ж», — решил полковник, — «и мы поторопимся. Сдерживайте их пока своими средствами», — указал он командиру запасного. «Сейчас я вам помогу». Над блиндажом просвистел снаряд и разорвался поодаль. Из города открыли огонь немецкие импровизированные доты. Немцы поддерживали из города свои контратакующие танки и вели еще редкий огонь по другим целям. Бакланов спросил по телефону у Кузьмина. «Сколько сейчас всего работает огневых точек у противника?» 11. «А сколько из них старых точек, определенных прежде?» «Старых всего 5», — ответил Кузьмин. «А как расположены новые точки?» «Тесно к старым, Алексей Алексеевич, и вперемешку с ними. Даю вам их. Наносите». Бакланов нанес на план города 6 новых огневых точек. Они все были в пределах тех зданий, которые получил Чернов при задаче. Всего таких зданий, сообщавшихся с подземным лабиринтом, было 22. Это число установил Бакланов на основании данных артиллеристов, а также характера зданий и их расположения. «Начинаем, Евтихий Павлович. Немедленно. Весь план упреждается на 20 минут вперед». «Законное дело», — обрадовался артиллерист. Пришел майор Годнев. Бакланов дал ему поправку в первоначальный план и направил к полковнику Кузьмину. Через несколько минут артиллерист позвонил Бакланову. «Задача ясна, товарищ полковник. Красивое дело будет. Все по закону получится». «Давайте, Евтихий Павлович, давайте покрепче, погуще огня и побольше скорости самоходкам». Бакланов закрыл глаза, воображая то, что сейчас начнет происходить в натуре, в действительности.
что он уже пережил незадолго в мысли и в чувстве, когда задумывал эту операцию. Раздался знакомый голос своей артиллерии, сколько раз уже слышанный, но каждый раз волнующий и влекущий, как новая музыка. Все 22 здания, в которых могли существовать бродячие доты противника, были одновременно накрыты нашим огнем тяжелых калибров. Но по одному кварталу города в северной части велся редкий огонь из легких полевых калибров. Там находился въезд в подземный лабиринт. Такой редкий огонь был назначен Баклановым. По сигналу ракеты командира самоходок этот огонь в определенный момент должен быть вовсе прекращен. Именно тогда, когда наши самоходки погонят назад танки противника, вышедшие против западного батальона. Бакланов указал Кузьмину в поправке первоначального плана, чтобы он выслал в распоряжение нашего западного батальона 10 самоходок, или сколько он может побольше. Эти самоходные пушки должны отбить контратакующие танки противника и направиться их преследовать. Пехотой же, следовавшей за танками, займется наш западный батальон на ее истребление. Танки противника, которые еще останутся на ходу, пойдут, наверное, в укрытие под землю, откуда они и вышли до того. Однако въезд под землю возле готической башни накрыт нашим мощным огнем. Другой въезд в лабиринт, что в северном квартале города, будет свободен от огня. Туда и пойдут оставшиеся танки, ища себе спасения. Вслед за ними, хотя бы в упор, броня в броню, должны ворваться наши самоходки. Они имеют задачу прямо идти под землю, двигаясь вперед, пока работает гусеница, и ведя огонь перед собой во тьму лабиринта. За самоходками, когда их движение в глубину лабиринта станет невозможным, проникнет далее рота из штурмового батальона Чернова. Штурмовые группы Чернова сойдут с брони, когда машины остановятся, и будут драться с противником в тесном рукопашном бою, идя под землей все время вперед к центральной части города, навстречу своим. Пока Кузьмин ведет пушечный огонь наверху, остальные штурмовые группы Чернова и приданные ему подразделения из резервного батальона накапливаются к исходному рубежу, невдалеке от зоны бродячих дотов. После прекращения работы нашей артиллерии и обмена ракетными сигналами эти штурмовые группы одновременно блокируют все 22 здания дота, сообщающиеся с их общей подземной питательной системой лабиринтом. Там, где еще уцелеют отдельные солдаты из огневых расчетов противника, они уничтожаются штурмовыми группами. Затем штурмовые группы проникают по вертикальным проходам под землю и ведут бой в лабиринте, двигаясь к северному выходу из-под земли навстречу своим. Бакланов, собственно, спроектировал бой на охват противника с флангов, с той разницей, что вся операция происходит не на горизонтальной плоскости, а по вертикали. Одним флангом противника является северный выход лабиринта, а другим – 22 наземных здания. Полковник, однако, понимал, что его решение о бое по вертикали не исчерпывается геометрическими координатами, а меняет в его пользу самое существо операции. Командир верил в точность своего замысла и в отважную душу своих бойцов. И все же он с трудом переживал сейчас волнение своего сердца. И подлинно, верно ли то, что лабиринт имеет лишь два больших выхода на севере города и у готической башни? А если таких выходов 3 или 4? Бакланова беспокоило это соображение, но он не боялся такой внезапности. Он понимал, что невозможно знать все с абсолютной достоверностью. Кто стремится лишь к абсолютному знанию, тот рискует ничего не узнать и обречен на бездействие. Опасен был еще разрыв во времени. Если проникновение в лабиринт с севера и через доты слишком не совпадет по сроку. Много было опасного и неизвестного. Бакланов улыбнулся. «Вся война опасна», — подумал он. Огонь утих. Пришел Годнев от Кузьмина. «Пока все нормально, товарищ полковник. 7 танков противника подбиты. В лабиринт за одним танком противника вошли 4 наших самоходки. Остальные где-то на подходе. Но связи с ними пока нет». «А сверху что на дотах?» Чернов прислал связного. Он говорит, что Кузьмин завалит ему своим огнем ходы под землю. И он боится, что его люди не проберутся туда. «Проберутся», — сказал Бакланов. Они помолчали. Снаружи была полная тишина. Бой ушел под землю. По крайней мере, с северного конца наши штурмовые группы уже проникли в лабиринт и ударили врагу под сердце. «Скоро Елисей должен вернуться», — произнес Бакланов. «С утра будем в дорогу собираться. Вперед поедем, майор». «Поедем, товарищ полковник». Зазвонил телефон. Кузьмин сказал в трубку. «Ну как, Алексей Алексеевич, тут твой Чернов с моим наблюдателем лейтенантом связался.
Он просил передать тебе, что у него только 6 дырок под землю осталось. И его люди вошли туда. Остальные все дырки я завалил. Прохода к немцам нету. Законное дело получилось». Кузьмин еще хотел что-то сказать, но связь с ним искусственно прервали. Командир западного батальона просил немедленно командира полка. Он доложил, что вблизи его боевого хранения из какого-то погребка, который находится в развалинах холодильника, выползают немцы и поднимают руки. Вышло уже и сдалось 86 человек, в их числе 2 капитана. «Принимайте их, что же делать?» — сказал Бакланов. «Значит, у них там еще маленький выход был», — обратился полковник к Годневу. «Про него мы не знали. Мы их в бок, стало быть, выдавливаем из лабиринта». В тишине они оба одновременно вдруг услышали далекий лай собаки. «Значит, все, товарищ полковник», — произнес майор Годнев. «Все», — подтвердил Бакланов. «Где же мой Елисей?» Майор ушел. Бакланов на минуту закрыл глаза и забылся во сне. В сновидении он увидел Елисея, вернувшегося из боя, черного от земли и утомления, не похожего на себя. «Пришел Елисей?» Тихо, не слыша своего голоса, спросил полковник. «Так точно. Я вот он, товарищ полковник. Я есть один». «А что есть один?» «Сложи, Елисей, вещи в дорогу. Поедем вперед, дорога не дальняя. Скоро победа и дороги конец». «Есть, товарищ полковник. Вы поезжайте, а я после к вам приду». «Нет, Елисей, ты со мной поедешь. Давай будем чай пить. Завари погуще. В России в деревнях теперь хозяйки проснулись и печь топить начинают. Потом они коров пойдут доить, а на дворах там теперь уже воробьи, должно быть, появились. Они на мужиков похожи, серые, деловые, разумные птицы». «Эх, Елисей, светает уже». «Нет, темно еще, товарищ полковник», — тихо произнес Елисей. Он прислонился спиной к бревенчатой стене, слушая на вытяжку полковника. Задремал и уснул, неподвижно оставшись на месте. Полковник велел ему проснуться, чтобы он лег как следует и отдохнул. Елисей не ответил и не послушался. Бакланову очень хотелось, чтобы Елисей проснулся. Он желал спросить у ординарца, как было дело в лабиринте, потому что переживание боя есть великое дело. Бакланов понимал решающую жестокость солдатского штыка, и он мог чувствовать биение сердца солдата, идущего в атаку, во тьму. И вот теперь это знающее сердце, только что испытавшее бой, было так близко от него, но безмолвно. Бакланов крикнул Елисею, чтобы тот проснулся, и сам проснулся. В блиндаже никого не было. Елисея не было. Он не вернулся из лабиринта и никогда более не вернется. Автор рассказа – Андрей Платонов. Он заснул и во сне примерз к земле. «Это у меня тело отдохнуло и распарилось, и шинель отогрелась, а потом ее прихватило к стылому грунту». Проснувшись, определил свое положение сапер Иван Семенович Толокно. «Вставай, организм!» – сказал Толокно себе в утешение. «Ишь, земля как держит, то кровью к ней присыхаешь, то потом она не отпускает от себя». Он с усилием оторвал себя от морозной земли, обдутый здесь ветрами до прошлогодней травы. В той части, где служил Толокно, саперов называли верблюдами. Каждый сапер, кроме автомата с нормальным боевым запасом и пары ручных гранат, имел при себе лопату, ломик, топор, сумку с рабочим инструментом, бигфордов шнур, личные вещи и еще кое-что, смотря по назначению саперного подразделения. Все эти предметы человек имел неразлучно при себе. Он шел с ними вперед. Бежал, полз, работал под огнем, отбивался от врага, мешавшего его труду, спал в снегу или в яме, принимал пищу и писал письма домой в надежде на встречу после победы, в надежде на жизнь, которая будет вечно счастливой.
Проснулся Толокнов вечером на закате солнца. Командир подразделения капитан Смирнов собрал во враге своих людей, осмотрел их, проверил снаряжение и спросил каждого о самочувствии. «Я всегда чувствую себя хорошо, товарищ капитан», — ответил Толокно командиру. «А почему всегда?» — заинтересовался капитан. «А по необходимости», — объяснил Толокно. «А вы как?» — спросил Смирнов у сапера Куткова. «Ничего, товарищ капитан», — четко отозвался Кутков. «Я не чувствую, а думаю. Меня чувство не касается». «Ну, достаточно рассуждать», — произнес капитан Смирнов. «Нам скоро снова пора идти вперед, на закат солнца, жать врага во тьму». Капитан указал рукой на заходящее большое солнце, сияющее светом по облакам и по небу. Бойцы посмотрели в великое пространство, ожидающее их. Потоки разноцветного света на небе походили сейчас на играющую торжественную музыку. Затем капитан объяснил бойцам их задачу на нынешнюю ночь. Следовало теперь же, вместе с приданной саперному подразделению группой разведчиков, выйти к речному руслу, найти место для переправы танков и сделать отлогий выход в отвесном берегу реки в сторону противника. А потом после этой работы нужно двигаться вперед на танках вместе с десантной группой пехоты и по приказу с сигналом вонзиться в землю и отработать систему траншей, укрытий и блиндажей. «Бойцы и товарищи», — сказал командир, — «мы ведем дороги на закат солнца, и мы равно и одинаково должны нашим же трудом и боем упредить, превозмочь его обратное движение на нас. Мы красноармейцы, мы для врага то же самое, что обратный клапан в машине, который только в одну, как раз в ту сторону, — он показал рукою на запад, — открывается, а назад нипочем, назад он стоит на мертвую. Я так считаю, что достаточно и хватит этому огненному утюгу войны ползать по нашей земле. Ей хлеб пора рожать». «Пора», — сказали бойцы, и душа их тронулась болью и воспоминанием. И после заката солнца они пошли во тьму, нагруженные инструментом для работы и оружием против смерти. Затемно разведчики привели саперов к речному потоку. Иван Толокно и другой сапер, Петр Расторгуев, осторожно пошли вниз по течению, чтобы осмотреться в местности. Толокно вышел на лед. Лед был тонок, и под ним близко чувствовалась живая вода. Сама по себе река была не широкой, но все же она текла поперек наступления и обороняла врага. «А ведь река русская», — подумал Толокно. «Только она сейчас не в руках». В небе засияли две ослепительные ракеты врага, и вся река и пойма ее озарились неподвижным пустым светом. Иван Толокно лег на живот и пополз. Впереди себя он расслышал равномерное пение воды, будто она там стремилась свободно, а не подо льдом. Разведчики уже вышли на тот берег и тайно проникли далее по земле, чтобы наблюдать неприятеля и чтобы в нужде и опасности помочь своим саперам. Толокно дополз до подтаявшего, нетерпящего тяжести льда и увидел, что вода впереди выходит из-под покрова наружу и струится на воле, шумя на перекате по каменистому беспокойному ложу. Толокно сполз в воду по опустившемуся под ним льду. Он попробовал воду рукой и решил, что в ней можно обтерпеться. Толокно и Расторгуев пошли пешком по шумной обнаженной воде. Глубина здесь была малая, иногда вода не покрывала и сапогов. Однако древние камни, размером по высоте в целого человека, создавали неодолимую преграду машинам для перехода реки вброд. Толокно и Расторгуев озадачились. Все здесь было бы удобно, но великие камни лежали по всему перекату, от берега до берега, а выше и ниже переката река уже имела глубину, и вброд ее переступить невозможно. Капитан Смирнов подошел к своим бойцам прямо по водяной целине и сказал им, что здесь надо немедля устроить брод. «Толом, что ли, грузные камни будем рвать?» — спросил Расторгуев. «Еще чего», — сказал Толокно. «Огнем тут будем шуметь, когда немец невдалеке надзирает, а потом он тут нам половодье устроит». «Сдвинем камни вниз вручную», — сказал командир. «А силы хватит у нас», — усомнился Расторгуев. «Камень здесь в грунт врос, это неподъемное дело. Его и не расшатаешь. Ишь он леденеет и мокнет, как лаковый стал». «Ничего, возле смерти человек сильнее», — высказал Толокно. Две мины рванулись неподалеку и въелись осколками в лед, согревая его в воду. Капитан через связного передал приказ командиру разведывательной группы начать ниже переката затяжной маскировочный бой, а всех саперов капитан собрал работать на перекат. Однако немцы, не зная ничего точно, чувствовали намерения русских
и вели ощупывающий минометный огонь по району переката. Саперы же не могли ответить врагу огнем, чтобы не обнаружить себя. Они ютились в тенях за могучими камнями, в тяжелой воде, до боли в сердце остужающие их терпеливые тела, отчего каждый, наблюдая в дальней ночи какой-то пожар, хотел полежать немного в огне того пожара, чтобы согреться. Иван Толокно, работавший до войны десятником на строительстве уральских заводов, понимал всякое дело. Любую работу он начинал, как он говорил, со сноровки, то есть с обдумывания способа, по которому нужно совершить работу. Шестеро саперов хотели было по-старинному раскачать камень, вровень дыша друг с другом и говоря что-нибудь в один лад. Но камень не послушался сил людей и в ход не пошел. Толокно присел в воду и, погрузив в нее руки, ощупал камень в основании. Затем он отыскал руками и вынул наружу из ложа реки небольшие камни, чтобы разглядеть их при немецком свете и найти подходящие. Найдя, что нужно, продолговатый камень, похожий на клин, Толокно снял с себя все, что не должно намокнуть, положил это имущество подали на лед и сел на дно реки. Вода теперь доставала ему по горло. Обухом топора он начал вгонять клин под сиденье большого камня, желая оторвать его вросшее место от речного грунта. Работал Толокно топором под водой на ощупь. Мерзлая вода была тяжка, и руки в ней ходили вязко, немея от скорой усталости. Но Толокно был привычен к работе и одолевал в терпении стужу, жгущую его тело, прочность и вес могучего камня и томление своего изнемогающего туловища. Жилы рубцами выступали на его больших руках, обветренных, давно покрывшихся толстой, точно заржавленной кожей, оберегающей жизненное тепло в жилах и в мышцах его рук. Изредка Иван Толокно поднимал руки с топором из потока воды на воздух для их обогревания, а затем снова спешил расклинить камень и стронуть его с места. Вдалеке, внизу по течению реки, наши разведчики начали стрельбу по неприятельской стороне, чтобы неприятель перестал обращать внимание на перекат. Немцы открыли встречную стрельбу по разведчикам, но и перекат не перестали покрывать редким минометным огнем в знак предупреждения и на всякий случай. Сапер Нечаев был убит осколком мины в голову. Унести его было некогда, его положили на лед. Расторгуев подклинивал тот же камень, что и Толокно, усевшись рядом с ним. Живая вода вошла в зазор, образованный клиньями, и с сосущим звуком ослабила срастание камня с ложем реки. Тогда Толокно велел четырем саперам раскачивать камень во всю свою силу, пока он не двинется, и кантовать его далее, не давая ему ложиться в покой. Сам же Толокно быстро вгонял под камень все, что находил подходящего в речном потоке возле себя. Капитан Смирнов взял пример с Ивана Толокно и поставил саперов по 4 и по 6 человек на каждый грузный камень, чтобы после подклинивания трогать их с места живой силы реки и людей. Камень Ивана Толокно пошел первым, и его откантовали метров на 6 вниз по течению. «Достаточно», — сказал капитан. Немецкие осветительные ракеты погасли в небе. Капитан Смирнов пошел по перекату. «Скорей, скорей давайте, ребята», — говорил он саперам. Толокно сменил одного закоченевшего сапера, Трофима Пожидаева, и опустился за него в воду по горло, чтобы без задержки расклинить и оторвать камень. «Скорее», — торопил командир, — «скоро танки хода запросят». Из тьмы стало как будто еще холоднее. Из-за кручи неприятельского берега начал бить пулемет неприцельным огнем, и пули ложились по перекату кое-где. «Не утерпел враг погодить немного», — осерчал Толокно, сидя в воде, стругающий его тело ознобом. «Тут война, товарищ Толокно», — сказал капитан. «Известно, товарищ капитан», — ответил Толокно. «А тут саперы Красной Армии, а у саперов обе руки правые, одна камень долбит, а другая стреляет». Подработанные сидни камни трогались с вековых своих мест и жесткую силой людей угонялись прочь. Разгромоздив перекат от этих камней, капитан прошел поперек потока и освидетельствовал его, желая убедиться, что проход вброд будет свободен. Саперы вышли из воды под обрыв неприятельского берега. Враг занимал позиции несколько далее берега, и под обрывом было спокойно. На воздухе саперы враз обмерзли и обледенели. Но вскоре они отогрелись, и им стало жарко в работе. Саперы взяли в лопаты глинистый береговой отвес и начали въедаться в него пологой траншеей, чтобы танки без усилий могли выйти здесь из реки и помчаться в сторону врага. Полушубки оттаяли на саперах, и с них пошел пар.
Капитан Смирнов время от времени измерял пологость траншеи, чтобы не рыть лишнего, но и не затруднить танковых моторов, и смотрел на своих бойцов. Еще недавно эти люди заново построили свою родину. Их руки не могли бы столь много работать, и тело не вытерпело бы постоянного напряжения, если бы сердце их не было связано тайным согревающим чувством со всей своей родиной. Мины и пулеметные струи стремились через головы саперов на перекат. И там поражали воду, лед и одинокое тело сапера Нечаева. «Сколько один Иван Толокно настроил в своей жизни построек и всякого добра», — думал капитан Смирнов. И он спросил об этом у Толокно, рушившего сейчас грунт впереди себя, как плуг в параконной упряжке. «Не упомню, товарищ капитан», — кротко ответил Толокно. 40 пар рубах от пота еще в мирное время сопрели на мне. 4 шинели, 2 полушубка на войне истер. 7-ю одежду на себе донашиваю. А кости все целыми живут, и тело ничего». Капитан посмотрел в сторону Москвы и России. Какое там сердце живет в народе, если оно способно пережить гибель Ивана Толокно или другого труженика-солдата, лишь бы избавить мир от смерти в фашизме? Значит, народ надеется, что и эта жертва посильна для него и не сокрушит его душу отчаянием. И он знает о том верно. Когда траншейный выход был близок к окончанию, капитан велел связному отойти наверх по реке и дать оттуда сигнал ракетой, что танкам, дескать, путь открыт, и пехоте также нет трудных препятствий к походу вперед. После полуночи всюду стало тише. Отвлекающий ложный бой разведчиков с противником прекратился. Саперы прилегли на отдых в открытой дорожной траншее и задремали до прихода танков. В нужное время капитан разбудил бойцов и велел им приготовиться к посадке на танки. Иван Толокно не спеша поправил на себе снаряжение и прислушался к утихшей ночи, и ничего не было слышно, кроме равномерного пения речного потока по каменистому перекату. Потом Толокно услышал скрежет мелких камней под гусеницами танков, ворчание моторов и шипение взволнованной воды. А подхода машин к реке он не различил. Столь безмолвно они подкрались, и столь хорошо были отрегулированы их механизмы. Траншею танки проходили самым тихим ходом, чтобы саперы успели разместиться на них вдобавок к тем бойцам, которые уже находились на машинах. И танки резко, точно с прыжка, взяв ход, устремились на врага во мрак. Иван Толокно попал на машину вместе с капитаном Смирновым. Он нашел теплое место на броне возле выхлопных труб и отогревал там руки, чувствуя себя приятно, как в бане или на деревенской печи. Враг обнаружил наступление машин и стал бить издали артиллерийским огнем. Укрываясь от поражения, танки то сокращали ход, то мчались вперед с ветром, то шли уклончивым маневром, но все время соблюдали главную заданную линию движения. С вихрем полной скорости, с воем напряженных моторов, танки настигли впереди себя русскую деревню с заглохшими, вымороченными избушками. Бойцы на танках, Иван Толокно и Смирнов, приготовились вести автоматный огонь. Но здесь никого не было видно, и только из крайней маленькой избы, что была на выходе, полосовал пулеметный огонь. Один наш танк сходу покрыл ту избушку и похоронил в ней врага. Если остались в этой деревушке немцы, то пусть остаются дышать до нашей пехоты. Машинам же было некогда и невыгодно тратить свою мощь на всякого мелкого попутного врага. Немцы били из пушек все более тесным огнем, и Толокно почувствовал, что в воздухе словно немного потеплело. Впереди по ходу машины Толокно разглядел неясное темное место, озаряемое мгновенным, но повторяющимся заревом рвущейся в небе шрапнели, и понял, что это деревня, обращенная теперь в ветошь, вчерашней работой нашей артиллерии. Но из этой деревни, из ее обрушенной церкви, из ее могил и колодцев синими кинжалами все еще сверкал огонь сопротивления. Танк, на котором находился Толокно, шел теперь на всей скорости своей машины и гремел вперед пушечным огнем, и бойцы, бывшие на машине, кричали, не помня и не слыша себя, воодушевленные мощью боя. По команде бойцы оставили танк и пошли в охват деревни. Капитан Смирнов вывел своих саперов на западное поле, обойдя деревню вокруг, по окрестности, и оставив бой позади себя. Здесь саперы должны были отстроить новый узел обороны и сопротивления, пока танки, десантники и следующая за ними мотопехота будут блокировать и уничтожать врага в деревне. Смирнов взял с собой Ивана Толокно для разметки работ по живому рельефу. Капитан Смирнов
хотел разбить линию траншеи с выходом ее в дзот по склону балки, начав траншею у бровки этой балки. Но Толокно посоветовал начать вскрытие траншеи раньше, еще на поле, где рос малый кустарник, чтобы и кустарник был у нас за спиной, на нашей земле. Он может пригодиться бойцам. Капитан согласился с этим хозяйственным расчетом. Второй дзот Толокно задумал строить в самом устье оврага, чтобы пастбище на водоразделе между двумя оврагами целиком осталось за нами. «Да ты что, Иван Толокно?» – разгневался командир. «Мы что, мы сюда скотину пасти пришли? Мы кто, крестьяне, что ли?» «Я на всякий случай сказал», – смирился Толокно. «Мы не крестьяне, мы бойцы, но мы и то, и другое». «Мы только бойцы», – сказал капитан. «Ступай, зови людей». Саперы привычно взялись за земляную работу. Она им напоминала пахоту, и бойцы отходили за ней душой. И чем глубже, тем в земле было теплей и покойней. Наутро бой все еще гремел в деревне. Капитан Смирнов немного беспокоился, что сюда не подходит наша авангардная часть, как быть должно по плану сражения. Он решил усилить свое охранение и послал вперед на посты еще 5 бойцов, в добавление к назначенным прежде. И в их числе он послал Ивана Толокно. «Пусть он заодно отдохнет», — решил командир. Толокно очистил от снег лопату, взял под мышку автомат, поправил гранаты на поясе и пошел в сторону заката солнца. Командир указал ему направление и расстояние, и Толокно вскоре скрылся за ближним водоразделом. Он шел ближе к врагу, чтобы увидеть его первым, если враг пойдет на помощь своим солдатам, умирающим сейчас в русской деревне. Толокно дошел до одинокого ствола обгорелой погибшей сосны. Толокно осмотрелся. Вокруг было чисто и свободно, как всюду в открытой России, где мало лесов. От подножия погубленной мертвой сосны начинался спуск в большой, разработанный потоками овраг. А по ту сторону земля снова подымалась. Сапер хотел было закурить в тишине, но прежде доглядел наверх. Ветра не было, но в воздухе что-то напевало вдали. Из-за земли, склонившейся во враг, тихо вышел ровно гудящий танк с белым крестом и пошел на разбитую сосну и человека. Иван Толокно посмотрел на машину и почувствовал горе, и жалость к себе в первый раз тронула его сердце. Он работал всю жизнь, он уставал до самых своих костей, а теперь в него стреляют из пушек. Злодей хочет убить труженика, чтобы сама память об Иване исчезла в вечном забвении, словно человек не жил на свете. «Ну нет», — сказал Иван Толокно, — «я помирать не буду. Я не могу тут оставить беспорядок. Без нас на свете управиться нельзя». Из танка вырвался свет пулеметного огня. Толокно залег за стволом дерева и ответил врагу из автомата по щелям его глаз в машине. Танк в упор надвинулся на дерево и подмял его под себя. Сосна треснула у корня и ослепила сапера синим светом на разрыве своего ствола. Толокно отодвинулся в сторону от падающего дерева и очутился между ним и гусеницей танка, сжевывающей снег до черной земли в узкой теснине. Он увидел, что над ним стало светло. Значит, танк прошел далее, пропустив под собою между гусеницами лежащего человека и вторично погубленную поверженную сосну. Иван Толокно, не теряя времени на соображение, бросился за танком с гранатой, ухватился за надкрылок и в краткий срок был в безопасности на куполе пушечной башни врага. Танк без стрельбы молча шел в сторону, откуда пришел Иван Толокно. Это было для Ивана попутно и хорошо. Он решил взять машину в плен или подорвать ее гранатами. «Должно быть, это ихний разведчик блуждает», – размышлял Толокно. «А может, на подмогу к своим в одиночку идет. Этот танк после войны будет у нас землю пахать. Броню мы с него снимем, пушки тоже долой. Ничего будет». Автор рассказа Андрей Платонов.
Идет дорога на запад. Река Горынь течет. Река течет утомленным потоком. Она почти не замерзала в нынешнюю зиму и не отдохнула подо льдом. По дороге вперед идут люди инженерно-саперного батальона, гвардии инженер-капитана Климента Кузьмича Еремеева. Эти люди редко отдыхают. Они либо работают, либо движутся в пути. И сон их всегда краток, но глубок. Река Горынь то приближалась к грунтовому тракту, то отходила от него в отдалении, а потом опять долго шла неразлучно, рядом с шагающими по тракту людьми. Солдаты шли молча. Земля дорог въелась в их серые сумрачные лица, и полевой ветер всех времен года обдувал их, так что солдаты стали терпеливы и равнодушны ко всякой невзгоде. Но глаза их, обыкновенные и спокойные, имели то особое выражение, которое бывает лишь во взгляде солдата. Это выражение означает, быть может, то знание жизни, которое дается лишь страданием, войной и чувством, много раз приближавшейся к человеку смерти. Солдат знает и то, что знают все мирные люди. Но кроме того, ему известно высшее знание, неведомое другому, кто не бывал солдатом. Солдат заработал свое высшее знание в испытаниях, когда смерть уже касалась его сердца, или когда страшный долгий труд до костей изнашивал его тело. И это великое терпеливое знание, в котором одним швом соединены и глубокое понимание ценности жизни, и смерть во имя народа, как лучшее последнее дело жизни простого человека. Это знание тайными чертами запечатлевается в облике каждого воина, послушного своему народу. Рядом с капитаном Еремеевым шел гвардии сержант Загоруйко. У него было тоже обличие солдата, общее всем. Однако, судя по его низкому усадистому прочному туловищу и по сытому довольному лицу, ему война шла в пользу и впрок. А может быть, он чувствовал счастливое удовлетворение от сознания того, что именно ему пришлось в упор бороться, начиная с первого дня войны, с врагом и мучителем человечества, и что он не оставит злодейской силы на земле в наследство своим детям. На ночь батальон остановился в жилой слободке у дороги. В этой слободке должна быть связь, о чем имелись сведения у капитана Еремеева. Капитан хотел получить по связи обстановку и приказы о дальнейшем движении и деятельности своего батальона. Ему было заранее назначено связаться из этого пункта с начальником штаба бригады. Но капитану ничего не удалось узнать у связистов, потому что линия связи была нарушена. Никаких тыловых частей в слободе не было, и сведения о противнике и о расположении наших передовых частей не у кого было спросить. Капитан знал, что при быстром стремлении вперед, при маневренной войне, когда движущиеся части словно вращаются по большим дугам и кругам, в пространстве образуются иногда пустые мешки или ничейные земли, и это обстоятельство немного тревожило его. Еремеев вышел на околицу слободы. Солнце зашло за синие увалы, и лунный кроткий свет озарил цинковые крыши слободы. Капитан сверился с картой. Впереди по дороге километрах в 4 находилось еще одно населенное место, но неизвестно, кто там был, противник или мы. А далее за тем поселением Горынь-река пересекала дорогу, и никакого моста, по сведениям командира, там теперь не было, его взорвали немцы. Капитан снова пошел на пункт связи. Двое связистов отправились на линию искать повреждения, а третий сидел один в безмолвной пустой хате. Капитан кликнул к себе сержанта Загоруйко и, показав ему по карте место, велел взять с собой 2 бойцов и проведать, кто там находится в той слободке, что лежит далее впереди у реки Горынь. «Там-то», — задумался Загоруйко, — «а там ничто, товарищ капитан, там пустой промежуток». «Пойди разведай, тогда будет точно», — сказал капитан. «Может, там есть еще немножко неприятеля?» «Едва ли, товарищ капитан. Немец держит скучно. А тут он в откат пошел, и бить тут нам некого». «А ну давай делай», — приказал капитан. «Нам должно быть работать тут придется, а на работе я люблю, чтобы саперу был покой, и чтобы противник его не касался». Загоруйко ушел с бойцами в ночь на разведку и после полуночи возвратился обратно. Он доложил своему командиру, что действительно так оно и есть. В той слободке было в гарнизоне немного неприятеля. Всего 7 человек. Они находились в 2 хатах, и все были убиты в бою с нашими саперами в рукопашной битве. «Шуметь мы опасались», — доложил Загоруйко. «Неясно было, сколько их есть.
Немец теперь, стало быть, тоже может и не кучно держаться. Это он от нас научился. У нас-то что же? У нас и один боец по нужде или по обстановке войском бывает. Надо бы языка взять, произнес капитан. Нам неизвестно, что тут в окрестности. А один был язык, но в дороге он помер, сообщил сержант. Он хотел что-то сказать важное, да не поспел. Я ему дал кусок сухаря. Он стал его жевать, но ослабел и умер с нашим хлебом во рту. Видно, мои ребята повредили его нечаянно в бою. Эх, зря, сказал Еремеев. Надо, чтобы он жил. Я его к дисциплине призывал, товарищ капитан. А он капут сказал и кончился. Капитан велел сержанту спать, а сам пошел проверить посты боевого охранения. Потом он проведал связистов и узнал, что связь появилась на минуту и опять исчезла. Капитан Еремеев хотел было послать верхового нарочного в штаб бригады, но раздумал. Хозяйство бригады тоже движется вперед, и не сразу нарочный его отыщет. А время уйдет напрасно, весь его батальон будет бездействовать. Однако мост через Горынь-реку не миновать строить, потому что здешний большак далее на немецкой стороне срастался с шоссейной магистралью, и здесь должны пойти потоком наши части усиления, резервы и обозы. Капитан взял лошадь и поехал с ординарцем 40-летним Лукою Семеновичем на Горынь. «Лука Семенович, с утра мост будем класть на Горыни», — сказал капитан. «А чего тут возжаться-то? Отделался и вперед пора», — согласился Лука Семенович. «Нам надо и работать, и воевать к спеху. Небось, минута времени войны народ целый миллион стоит». Луку Семеновича любили в батальоне и звали всегда полным именем-отчеством. Любовь он заслужил трезвостью своего разума и спокойствием характера. Дополнительно к тому, всем нравилась его чесанная, большая, ласковая борода. Иные тоже пробовали отрастить себе такую же бороду, но у них того не выходило, что у Луки Семеновича. «Борода — это целое хозяйство», — говорил Лука Семенович. «Она вроде полеводства. Тут не только усердие, тут и знание науки нужно». «Тебе поплотничать придется, Лука Семенович», — сказал Еремеев. «А чего ж, товарищ капитан, Климент Кузьмич, плотничать, чтоб пахать, святое дело». Да и работа все же спорее пойдет, когда хоть один человек в помощь. Поздняя высокая луна озарила своим мирным, словно шепчущим светом, парной, мерцающий воздух над рекой Горынью. Капитан Лука Семенович остановили коней у самого берегового уреза воды. Капитан измерил на глаз ширину реки. Оказалось, не более 60 метров. Стало быть, работа будет не очень емкая. Противоположный берег был немного выше, но зато почва там, значит, прочнее и суше. Капитан стал соображать, как выгоднее становить мост, и без внимания глядел на другой берег реки. Там вспыхнул и повторился несколько раз резкий красный огонь, посторонний для этой тихой лунной ночи и чуждый всей мирной земле. Еремеев, отвлекшись мыслью об утренней работе, не сразу догадался, что это означает. «Назад, товарищ капитан», — сказал ординарец и ударил по крупу лошадь командира, а потом тронул свою. «Там немец ночует». 4 тяжелых пулемета в раз открыли огонь по всадникам, и лошадь Еремеева опустилась под ним замертво. Тогда Лука Семенович перехватил командира с седла, взволок его на свою лошадь и, усадив впереди себя, дал ход понимающему резвому коню. Тут же ординарец отвернул коня с дороги и въехал в темное устье Балки, впадающее в речную долину. По дороге еще били пулеметы противника, но в Балке было мирное затишье. «Эх вы, дешевка!» — сказал Лука Семенович о своих врагах. «Мы им чуть не на самые расчеты наехали, а они из нас четырех одно только существо повредили». «Ты не глядел там-то, Лука Семенович, какой лес возле слободы растет?» «Сосна, товарищ капитан, она гожая в дело». Наутро Еремеев приказал батальону начать работу по постройке моста через Горынь-реку и до темна, 18.00, закончить мост и открыть по нему движение. «Как раз тебе 0-0 и будет вместо моста», молча размышлял Лука Семенович. «За рекой же немцы еще стоят. Сам же их чувствовал, а говорит 0-0». Перед работой капитан Еремеев сказал двум выстроенным ротам, отряженным на дело, свое напутствие. «Товарищи гвардейцы, сегодня мы построим наш 21-й мост. От Северного Донца до Горыни мы построили их 20. И были ничего мосты. Вы сами видите, здесь добрая земля, ей хлеб надо рожать, но нет по ней пути вперед. Наш саперный генерал говорит, что сейчас одна дорога, дорога и мост решают дело нашей победы.
Без дороги и моста не доберешься до врага, не поразишь его насмерть, как нужно делать. Сейчас мы свой 21-й мост начнем строить сразу с двух берегов. Неужели у командира упущение в разуме появилось? С печалью думал Лука Семенович. Ранее того никогда не было. «Загоруй-ка!» — крикнул командир. «И ты, Лука Семенович, а ну-ка ко мне!» «Лука Семенович, позови старшего лейтенанта, командира нашей третьей роты». Через час времени два взвода саперов с гранатами за пазухой, чтобы их не вымочить, и автоматами в руках брели почти по грудь по липкому всасывающему морю черной земли. Иногда солдатам хотелось броситься вплавь. Может, думали они, тогда легче будет. Их вел сам командир батальона Еремеев. Он хотел выйти к Горыни выше того места, где будет строиться мост, чтобы зайти немцам с тыла на том берегу и уничтожить неприятеля, как помеху в работе. В реку Горынь, не меряя ее, капитан вошел первым. И после пути по сосущей бездне полей ему показалось легко и чисто идти в светлом речном потоке. И он отдохнул, переходя реку вброд. Бойцы его тоже вздохнули свободней в воде и обмыли одежду на себе. Глубины тут нигде не было, более как по горло, и плыть никому не пришлось. На другом берегу саперы опять вошли в густую теснину влажного чернозема и скоро вспотели в труде своего движения, хотя их обдувал унылый сырой ветер бесснежной зимы. Выйдя на дорогу, капитан повернул оба взвода обратно, приказал им рассредоточиться по степи и штурмовать пулеметные точки немцев. Сам же он вместе с Загоруйко и Лукою Семеновичем пошел прямо по дороге. «Скорее надо действовать», — торопил Еремеев. «Скорее, говорю, чтобы наших ребят в работе там не задерживать». «Сейчас, сейчас, товарищ капитан», — говорил Лука Семенович. «Сейчас управимся. Саперу что бой? Для сапера бой — одно упреждение его работы. Вроде предисловие к чтению книги». Один немецкий пулемет, стоявший в земляном гнезде у дороги, дал короткую прицельную очередь. Капитан и его спутники залегли в грязь возле дороги. Потом Загоруйко, не подымаясь, начал вращаться телом по земле и двигаться вперед, не утопая в черной пучине. Лука Семенович принялся действовать подобно Загоруйко. Но все же он не поспевал за ним в скорости. А может, он оберегал бороду от нечистоты? Капитан стал наблюдать с места за ходом дела. Все четыре немецких пулемета давали время от времени короткие очереди. Неприятель, должно быть, не понимал, что перед ним происходит. Еремеев увидел, как мгновенно приподнялся с земли Загоруйко и умелой точной рабочей рукой метнул гранату по сверкающему пламенем пулемету. Все саперы тотчас же открыли автоматный огонь. Наступила решающая минута безвестности, как бывает во всяком бою. А затем сразу стало тихо, и бой окончился. Оставшиеся немцы в маскировочных полосатых куртках вышли наружу с поднятыми руками. К тому времени к Горыни-реке саперы Еремеева уже подвозили сваи, бывшие в запасе в батальонном обозе. Капитан Лука Семенович вышли к реке с немецкой стороны и увидели свои подводы. «Ни в чем пока упущения нету», — отрадно подумал Лука Семенович. «У нас командир большой офицер, он и в бою умен, и в работе догадлив. Во всякой работе для солдата есть воспоминания о мирной жизни, и поэтому он трудится с старанием и чувством любви, словно пишет домой письмо». Капитан Еремеев знал это солдатское свойство. Саперы понимали каждое слово своего командира и строили одинаково истово и прочно и большой мост, и малую переправу. И теперь они, как и прежде, вошли в холодный поток реки и стали заправлять сваи в подводный глубокий заматерелый грунт. Загоруйко устроился на подмостях и бил бабкой по свае для первой ее усадки в верхнюю мякоть грунта. Лука Семенович доводил рубанком маломерные бревна для ездового настила моста. Он любил дерево, и работая, обращая дерево в изделие, он думал, что рождает из него живое, полезное подобие человека, будь то мост или дом, или просто житейская утварь. Азербайджанец Музаферов, работавший до войны крепильщиком в Донбассе, готовил предмостье. Он работал землю, трамбуя подходы к мосту. Горы земли, которые ему подвозили на грузовиках и подводах, он превращал в правильный плотный профиль дороги. Музаферов не жалел себя. Его большое мощное тело двигалось точно и скоро. Его руки на виду создавали из беспорядочной земли новый маленький мир. «Гвардеец», — подумал о Музаферове капитан Еремеев, наблюдая его.
Хорошо бы, если бы моя мысль работала так же ладно, как мускулы Музаферова. Еремеев за свою жизнь построил около сотни мостов. Теперь он заботился более всего о скорости работы. И по ночам в бессонные часы, и под огнем врага он думал одну и ту же думу, воодушевляющую его, о том, как расставить людей на линии работы, чтобы один торопил другого ходом своего труда, как наладить предварительную разведку полезных ископаемых и подручных материалов в районе строительства и заранее заготовить их, когда это бывает возможно. Он хотел довести скорость строительства 60-тонного деревянного моста до 10 погонных метров в час. В 2 часа пополудни к Еремееву пришел связист с местного промежуточного узла и доложил, что связь восстановлена и на имя капитана получена телеграмма. Еремеев прочитал телеграмму. Это был приказ о постройке моста через Горынь-реку в 16-часовой срок. Мост должен быть готов к 6 часам утра следующего дня. Еремеев написал в ответ, что мост будет готов к пропуску транспортов сегодня в 18 часов, через 4 часа, и связист ушел. Помполит, лейтенант Демьянов, обратился к командиру с предложением, что сегодня вечером нужно провести беседы по ротам. «Это важно», — сказал Еремеев, — «но лучше отсрочим беседу на завтра. Сегодня вечером сон и отдых для бойцов будет всей политработой. А сейчас нужно, чтобы на кухне приготовили и дали каждому прямо на мост по куску горячего мяса с хлебом и по 100 граммов водки. Ты пойди распорядись, товарищ Демьянов, и сам посмотри, чтобы исполнено было исправно». «Есть», — сказал лейтенант. Без четверти в 18 часов к мосту подъехал Виллис с двумя офицерами танковых войск. «Как мост, товарищ гвардии-инженер-капитан?» — спросили они у Еремеева. «Стружки с верхнего настила не убраны, товарищ гвардии-майор», — ответил капитан. «Ничего, в них наши машины не увязнут, капитан». Через час к мосту на проход подошел танковый корпус. Командир корпуса генерал-майор вышел из автомобиля и, стоя на мосту, пропускал все свои машины, пока не прошла последняя. Затем он обратился к Еремееву, находившемуся возле него. «Благодарю вас, гвардии-инженер-капитан. Я, сознаюсь вам, не ожидал, что вы справитесь с работой. Вы выиграли для времени целую ночь. Мне теперь легче выиграть сражение. Спасибо, гвардеец». Генерал поцеловал капитана, сел в машину и исчез в сумраке ночи. Автор рассказа Андрей Платонов. Мы шли из резерва маршем к Верхнему Днепру. Шли мы напрямую, по нечистым полям, где немцы посадили мины. Но обходить те поля далеко было, потери же времени нам не разрешалось. Впереди нас разведкой шли минеры и давали нам направление. А все-таки идти так было мало удобно, и к вечеру мы уморились от своей осторожности. На ночь мы вошли в деревню Заможье. Там осталось всего 4 двора, а прочие хаты все сгорели дотла. Заможье, помню, расположено было на доброй земле. Хаты стояли на возвышенности, но не крутой, а на отлогой, и оттуда был виден людям весь мир, где они жили. Суходольные луга начинались внизу, у той возвышенности, потом обращались в поемные и уходили ровным местом до самого Днепра реки, верст на 10 или более, и от ровности той земли и большой дальности ее, на взгляд казалось, что пойма восходит вдалеке к небу, и Днепр светит выше земли. Сладких кормовых трав там рожается, сколько скотина поест, и в зиму можно готовить кормов на любое поголовье, сколько хватит крестьянского усердия. И самая поздняя отава, я слышал, там тоже кислой не бывает, значит, там почва хорошо умеет солнце беречь. Но тогда хоть уж октябрь месяц был,
весь травостой на лугах цельным стоял. Народ обезлюдил, и мины в траве смертью лежали. Я с прочими бойцами стал на ночлег в крайней хате, что целая была. А еще 3 целых хаты были подалее. Мы поместились в сенях на помостях. И тут же в сенях за дощатой обмазанной стеной была закутка для коровы. В хате помещалось семейство. Женщина-крестьянка, красноармейская вдовица с 4 малыми детьми. Муж ее скончался от ранения еще по началу войны. Она долго старалась, чтобы муж оправился и жил. Она лечила его травами и легкой пищей. Но рана была тяжелая, и умер солдат. Женщине что же дальше делать, раз 4 детей при ней, надо выхаживать их. А тут явились немцы. Что делать хозяйке? Живет она при немцах, живет трудно, как будто постоянно находится при смерти. Время идет, собрались немцы в отход. Наша советская часть их в свой маневр взяла, не дает срок в спасении. Немцы к хозяйке моей хотели зайти. Может, думали, корову угнать управимся, а хату, дескать, в момент запалим. А хозяйка тоже не без рассудка жила, она в оборону стала. Она еще загодя впрок заготовила себе 3 легкие пехотные мины. Одну мину возле хаты положила, а 2 у коровьей закутки. Немцы сразу в гости к корове пошли. Ту мину, что возле хаты была закопана, они миновали. А что возле закутки были захоронены, те мины брызнули по немцам. Позже потом все сени в дырях были. И корову в закутке поранило, но на ней зажило. А немцев их всего 2 было, убило. По всему заморщу уже горели пожары, и немцев там не стало. Одни их минеры еще копались на пойме. Теперь мы в заморщи появились из зарева. Лежу я ночью в тех сенях, бойцы со мной тоже лежат в ряд, иные спят, иные думают. За стеной в закутке сопит корова. Она лежит там одна, на земляном полу. Тоже ведь существо. Иногда она тяжело вздыхает, кашляет и чешется боком о сучок в стене. Потом помолчит, успокоится и опять тягостно вздыхает. Видно, она там томится, что-то тревожит или печалит ее. Всю ночь я не спал, или так дремал помаленьку, все слушал корову, как она грустно дышит, сдувая сор с земляного пола. Кашляет и стонет про себя. Посреди ночи вышла из хаты хозяйка с ночником, чтобы проведать корову. Я тоже встал, чтобы поглядеть, что с коровой. Корова была большая, добрая. Она не спала, она лежала на полу и глядела на нас с хозяйкой своими глазами. Хозяйка приласкала корову. Стельная была матка. Еще 1.5 месяца, ей, вижу, пора телиться. «Ну, лежи, отдыхай, кормилица», — сказала хозяйка корове. «Лежу я опять на своем месте. Скоро подъем будет, и в бой пора на переправу. Не спится мне, не отдыхаю. А идет во мне размышление. Я сам Орловский. Был у меня сын, малый, 15 лет. Угнали его немцы. Хозяйка моя одна жить не стала. Хозяина дома нету. Не то я вернусь, не то нет. Сына увели на погибель. Заболела она с тоски чахоткой. Она и раньше болела ею, но слабо. Потомилась и более не встала. А я тут же вскоре на 2 дня в отпуск приехал. Пошел я к жене на могилу. Вижу, вся моя прошлая жизнь окончилась. Ничего более нету. А сам я, однако, ничего себе солдат. И народу еще нужен. Из заморья мы вышли еще затемно. Жалко мне было оставлять опять на сиротство без хозяина двор вдовицы. Да с неприятелем надо было управляться. Чуть только светать начало, подошли мы к Днепру и притаились в травостое, невдалеке от самого уреза воды. Время уже осеннее, вода в реке серая, неживая. Глядим на нее, и у нас загодя сердце зябнет. Поперек Днепра тут 70 метров будет, и место глубокое. А на правом берегу круча отвесом стоит. Туда нам и надо выходить было. Я думаю, соображаю, и вижу правильно, что нам как раз здесь переправу нужно делать. Выше и ниже по течению места для переправы удобнее и спокойнее будут. Там река шире, значит, глубина мельче. И правый берег от ложи. Но там и немцы нас ждут. Они все время стреляют контрольным огнем по тем речным местам. А покажись мы там, накроют пламенем. Дыши тогда в промежутке. На войне кто умней, тот думает не по обыкновенному разуму, где пройти нельзя. Там и есть дорога. Где плохо, там хорошо. Командиром роты у нас был старший лейтенант Клевцов. Хороший человек и настоящий офицер. А сам тоже вышел из рядовых бойцов.
Когда у бойца есть офицер, солдат при нем как в семействе живет. Он воюет себе и чувствует, что в деле рассудок есть, а в роте старший человек с общей заботой живет. Офицер он и тужит обо всех. Травостой был хорош, но не век нам было в нем сидеть. Командир роты обошел наше расположение, проверил знания задачи отделениями и поговорил с нами понемногу. Мы заметили, он добрел на тело в боях, полнее становился. У него чистое сознание духа делалось. Значит, правда была, что он говорил. Кто на войне за Россию, говорил наш командир, тот счастливый человек. Ты хлеб, бывало, в поле по волоску растишь, чтобы семейство твое сыто было, чтоб государство стояло, и то доволен был. А тут ты сразу от смерти весь народ спасаешь. От этого ведь сердцу радость. И счастливей ты не будешь нигде, как в бою. И 100 лет проживешь, не забудешь, как был солдатом. Раз ты спас родину, это все одно, что ты вновь сотворил ее. Наш командир рассудочный был офицер. Все понимал, что у тебя внутри и снаружи. «Переплывешь речку, Кузьма?» – спросил он у меня тогда на Днепре. «Ты как плаваешь-то?» «Переплыву, товарищ старший лейтенант», – отвечаю я. «Плаваю я плохо, а плыть надо, надобность большая». «Правильно», – сказал командир. «Не знаю, вышло ли так по плану и расчету наших командиров или по случаю погоды получилось, однако заволокло реку, землю и небо туманом, как раз то, что нам и требовалось. Настала ни тьма, ни свет, и видно, и непроглядно, такой туман, ни прожектор, ни ракета, ничто насквозь не возьмет». Выждали мы приказа. Сам командир роты вблизи появился. Он улыбается и говорит нам: «Пора, товарищи бойцы, на ту сторону Днепра. Впереди у нас саперное подразделение. Саперы вырубят лаз на кручу. Не бойтесь воды. Кому холодно будет, пусть помнит. Зато позади него всей нашей России тепло». И верно так. Вошли мы в воду и поплыли по силе умению. Ничего с нами особого не стало. Сначала только охолодали, нагревшись на воздухе. А потом мы претерпелись к прохладе. И от тяжести одежды согреваться в работе начали. Но туман кругом садился на нас серый гущий. Ничего не видать было. И глухо стало окрест. Будто спокон века и свет не светил. А все была муть. Плывем мы, автоматы не мочим. Я его сберегу, он меня спасет. Плывем мы далее вперед. Того берега все нету. А уж по времени, по нашему терпению, пора бы тому берегу Днепра быть. Чувствуем, что течение вниз нас сносит. Но мы стараемся упредить его, на что тоже во времени и силе потеря идет. Но мы терпим как следует. Возле меня Самошкин и Селифанов плывут. Тоже люди из нашего отделения. Самошкин так чуть спереди меня держится. И я по нему лавирую. А Селифанов маленько отстает. Он мне не примета. Вскоре вижу, их нету никого. Туман нас всех разделил. Гляжу в мутный свет. Вижу Самошкин. У меня теперь сбоку на правом фланге находится. А Селифанов даже впереди. Я, как старослужащий, даю им указание. Держи, дескать, струю реки в упор на правое плечо. Нам блуждать не дело. Но шуметь-то особо нельзя. И я им это тихо сказал. У них, может, ничего и не дошло до разума. Потому что опять мы тут же потеряли друг друга. А тело уже стытит до костей начинает. Давно мы в воде. Шинель на железную стала похожа. И вяжет туловище саваном. И глазам дремлется. Потом я плыл как в дремоте. А очнувшись, подумал, что уснул. И вижу сон или привидение. Влево от меня плыли тени в тумане. Они плыли на левый берег, который мы оставили за собой. Я стал думать, но думал мало. Как старослужащий я сообразил, что мне надо. И повернул обратно за тенью людей. Три неприятеля гнали перед собой бревно. Они опирались на него руками, положили на него автоматы трубками вперед и ворочали в воде ногами, чтобы плыть на нашу сторону. А я был сзади у них. Стрелять с воды трудно. Автомат замочишь, шум подымешь и промахнешься. Оно бы можно дать огня, но крайности пока нету. Опять они, думаю, в заморье направляются. Стал я серчать. Немцы оставили свое бревно, толкнули его по течению и встали в воде по грудь. Далее уже был берег вблизи. Я тихо заплыл им вниз на фланг и тоже ступил ногами на дно, а затем сразу порешил их очередью. И когда управился с их участью, то вздохнул для отдыха. Чтоб не отвыкать от холода, я сразу поплыл обратно. Плыву опять в тумане за своими, вынул на случай клинок
и всадил его себе в шинель на груди, чтобы сподручно было его взять. Слышу, в тумане выстрел раздался, а затем очередями начали палить. Наши немцев губят на воде. Я по воде на огонь поспешно пошел. Плыву, наблюдаю, гляжу. Из туманного стеснения, из самого сумрака, как из глубины колодца, идет на меня тихая тень. И чем ближе, тем она больше. Потом увидел ближе и понял, это крупный немец на спине плывет. И неизвестно мне, мертвый он или живой. Я обождал его, он наплыл на меня, сделал взмах наружу руками, повернулся было ко мне и сразу пошел под воду. Я плыву далее по своему делу. Смотрю, опять Самошкин на виду показался. И автомат наружу изо всех сил держит, а в воде соблюдает устойчивость одними ногами. Он мне сказал, что сейчас плот с немцами плыл по воде. 7 солдат было на нем, 6 побили, а один вроде целым остался и уплыл по реке вручную. «Едва ли он цел», — сказал я Самошкину. «Плывем на крутой берег», — сказал мне Самошкин. «Я теперь к туману привык и направление знаю». Мы выплыли с ним к отвесному правому берегу, но не в раз нашли место, где можно было выходить, а еще долго плыли навстречу течению у мокрой глиняной стены того берега. Подъем на кручу нам устроили немцы. Они догадливые подволокли туда на отвес 2 деревянных блока с веревками, чтобы спускать сверху загодя сшитые плоты. 2 плота они спустили, и войск свое на них посадили. Всего должно быть до взвода, вроде бы боевой разведки или штурмового десанта. А там кто их знает, что они далее делать полагали. Но мы их в тумане на воде встретили и отрешили от жизни. А саперы наши не дали управиться их саперам, чтобы те блоки отстранить или покалечить. Наши саперы сбили 5 береговых немцев огнем из туманного сумрака. Поднялись мы на сушу и опять собрались все вместе в целости. Наш командир, старший лейтенант товарищ Клевцов, осмотрел нас с каждого. «Ничего, — говорит, — мы на ветру обсохнем. Вперед!» И мы побежали по суходольному лугу в неприятельскую сторону. А видно было спереди шага на 4, не более. Но командир наш знает, что у нас будет впереди. И боец с ним спокоен. С ним мы до самой нашей границы бежать вперед согласны. Глядим, туман вокруг нас клочьями пошел. И видно стало вперед гораздо далее. Солнце, стало быть, на небе в силу вошло и поедает туман. Командир остановил нас, разведал местность, поговорил, что нужно по радио, и велел нам вкопаться в грунт. Мы расселись своей ротой в кустарнике по склону широкой балки, но пробыли там недолго. Впереди нас, вверх по балке, оказался целый немецкий укрепленный район, и правый его фланг был в торфяннике, где прежде жители копали торф. «В воде мы с вами, дорогие мои, нынче с позаранку воевали», — сказал нам наш командир роты. «А в эту ночь мы будем в огне сидеть и из него бить врага». Мы тогда не сообразили его слов. Потом уж и нам понятно стало, что придумал наш командир. День отстоялся погожий. После обеда нас бомбила авиация, 6 хенкелей. Но бомбили они наспех, по низу не ходили. И мы прожили без потерь. А к вечеру, к сумеркам, наша артиллерия с левого берега стала бить по немецкому укрепленному району. И уж била она расчетливо. Каждый снаряд укладывала по живому месту, чтобы не зря пушки шумели. Торфяной площади тоже досталось огня. Торфянник почти сразу зачадил от нашей артиллерии. Там в залежи начался пожар. Ничем его не уймешь. Это, стало быть, наш командир заказал нашей артиллерии такой огонь, где на сокрушение, а где на поджог. Однако ночи мы не дождались. Пришел приказ, что нужно тут же после артиллерии идти на пролом всех укреплений неприятеля. И другие роты нам идут вслед через Днепр на подмогу. Командир роты ставит задачу немедленно занять торфяник, что горит в земле перед нами. В середину немецких укреплений пойдут наши танки, а за ними прочие наши пехотные подразделения. Нам же ничто иное, как надлежало занять немецкий фланг, торфяную залежь. Поглядели мы, куда нам идти. До залежи был 1,5 км. Пройти, конечно, можно, тут и кустарник кое-где по балке рос. А где в рост идти нельзя, у солдата живот шершавый. Можно и на животе ходить. Пройти местность можно, но в торфе пожары горели. И теперь, когда чуть стемнело, явственно видно было красное пламя, которое языками выходило из очагов земли. А над всей залежью чад стоял. Оттуда и муравьи на выселку ушли. По местности мы пройдем прохладно, а далее, как отвоюем торфяник,
так там в огне нам нужно сидеть. Командир, товарищ Клевцов, сам сказал нам, что мы зря угара боимся. Это немцы там, должно быть, угорели и уползли оттуда. Но мы нарочно так сделали, чтобы они освободили нам дорогу далее вперед. А вы, товарищи, сказал нам офицер, вы меня знаете, вы в том огне гореть не будете и в торфяном чаду не угорите. Я сам пойду вперед. Я научу вас, как надо там дышать. На торфе едва ли теперь немец остался. Мы займем залежь, как пустое место, и облегчим себе и всем другим подразделениям общую боевую задачу. Мы молчим и слушаем. Мы уж понимаем кое-что и делаемся довольными. Каждый ведь человек имеет сознание. И он радуется, когда торжествует ум. Тогда и дураку видно, что он тому разуму тоже родня, хоть и дальняя. «Слушайте меня», — говорит командир. «Огонь поедает воздух. Он кормится им. Огонь без воздуха не горит. Огонь сосет к себе понизу чистый полевой воздух. И каждому из вас нужно найти себе место, где дышится безвредно. И можно терпеть. Там и следует находиться. Можно покопать саперкой и дать воздуху проход, свободней. Пусть пожар в торфе горит сильней. А ты прильни к потоку воздуха, как к ручью, и дыши вольно. Жарко будет, раздеться можно, обсушимся, и в огне можно жить. Но разуваться нельзя. Портянки будем сушить в другом месте». «Товарищ командир», — обратился связной, — «по радио передали, сирень цветет». Командир дал команду изготовиться к атаке. Вышло правильно по расчету нашего командира. Мы прошли свободно до самой торфяной залежи, и встречного огня оттуда не было. Зато трудно нам было миновать угарный дым на подступе к торфу. И мы там ползли низом, где шел чистый воздух на питание огня. Торфянник горел большими очагами, как многодворная деревня. Было шумно от огня и жутко. Немцы порыли в торфе траншеи, и по дну их шел к огню свежий воздух из чистого поля. А чуть выше измором курился дым и чад. С непривычки нам было жарко. Пробыли мы там, должно быть, так до полночи. К тому времени к нам еще целый батальон с левого берега подошел и тоже залег с нами. Немцы стреляли, но редко, для одного упреждения. Они думали, кто в пожаре, в огне, в дыму будет жить. А мы жили. Жили, конечно, трудно, не по правильности, а по военной надобности. К утру бы мы, пожалуй, тоже все угорели, но командир не морить нас туда привел. В заполночь нам велели подыматься. Задача нам была взять штурмом главное немецкое укрепление в этой местности. К этому часу бой уже гремел по всему району, и небо дышало заревом от залпов пушек. Там уже бились в наступлении нашей части, а мы пока стояли тихо. По цепи нам передали слова командира. «Вперед! Нас немец отсюда не ожидает. Направление, дескать, такое-то, а там вслед танкам. Отдышимся, бойцы, в чистом поле». Немец встретил нас слабым огнем. Он не ожидал, что русские выйдут к нему на фланг из пожара, где тлела вся земля. Бой, говорили мне, там был совсем скорый. Немцы легли от нас замертво. Какие похитрее, те отошли спасаться. Я-то как побежал за своим отделенным. Мы хотели проверить один сарай, что увидели на пути. Так почувствовал, что пуля меня достала. Меня ранило тогда в грудь, насквозь. Но насмерть пуля ничего внутри не тронула, а повредила только холостые места. Однако пришлось болеть потом, выздоравливать. Из госпиталя, как шел обратно в свою часть, я заходил на заморье, в гости к вдовице. Корова ее телушкой отелилась, дети живы и здоровы. Сама хозяйка тоже ничего живет и видом подобрела. Чего ж ей, корова отелилась исправно, в деревне теперь покой. А на мне две медали теперь и один орден, а за войну еще прибавится. И мне во весь добрый свет теперь ворота открыты.
автор Андрей Платонов. «Вперед, ребята, смерти нет!» – воскликнул старший лейтенант Агеев и поднял кулак в знак наступления. Ведущий поднялся с земли, с исходного положения, и, выставив левой рукой лопатку перед своим лицом, чтобы оградить его, побежал вперед. За ним вслед пошли бойцы подразделения. Командир роты Агеев остался с небольшим резервом на месте и наблюдал за ходом атаки. Огонь артиллерии шел накатом над головами и работал на опережение атакующей цепи, указывая и давая красноармейцам свободу движения вперед. Но немцы все еще дышали встречным огнем. «Ничего, сейчас они помрут и не воскреснут», — сказал старший лейтенант Агеев. Прежде он был моряком. Потом его спешили в составе морского экипажа, и он пошел воевать по степям и равнинам, не зная до сей поры ни ранения, ни смерти. Он был невелик ростом, но родители его родили, а земля вскормила столь прочным существом, что никакое острие нигде не могло войти в его твердо скрученные мышцы. Ни в руки, ни в ноги, ни в грудь, никуда. Пухлое лицо Агеева имело постоянное, кроткое, доверчивое выражение, отчего он походил на переросшего младенца, хотя ему сравнялось уже 25 лет. Но маленькие карие глаза его, утонувшие под лбом, светились тлеющими искрами, тая за собой внимательный и незаметный разум, опытный, как у старика. «Скажи этой былинке, видят ли они точно моих людей?» — сказал Агеев связисту Мокротягову. «Обрадовались и лупят. По-моему, хватит огня, либо пусть несут его дальше». «Есть», — отозвался Мокротягов и стал звонить былинке, артиллерии. Но артиллеристы видели точно. Они приподняли накат огня и работали теперь на отсечение противника от путей его отхода или от помощи, которую ему могут подать из ближнего резерва. Из малой семидворной деревеньки, что надлежало занять Агееву, все еще клокотали пулеметы врага, и атакующее подразделение начало зарываться в огородную почву на открытом убойном месте, ослабев от потерь и желая передохнуть от гибели. До деревенской околицы бойцам осталось пройти всего 100 метров. Однако труден путь для живого сердца в этом невидимом, жалобно поющем потоке свинца. Агеев понял положение. «На последнем вздохе остановились», — сказал Агеев. «Чего они там залегли, помирать захотели? Пронять врага штыком до костей, где огонь не достал». «Едва ли, товарищ старший лейтенант, там у нас не те люди, что зря ложатся», — ответил связист. «Они отдышку делают». «Отдышку?» — сказал Агеев. Он внимательно посмотрел на небо, где теплом восходил огонь и дым войны, и напаленный изнемогший кустарник, росший здесь по земле. На все, что жило и творилось сейчас в действительности. Все вещества в раздельности существовали в природе, но из них можно было собрать и соединить любое нужное тело. Равно и истина находилась сейчас где-то вблизи Агеева, в видимом мире, но она находилась в рассеянии и без пользы для человека. Командиру же нужно было собрать эту истину в одно свое сознание, чтобы понять, как нужно одолеть противника. Существует решение любого вопроса, но важно, чтобы это решение образовалось в одной голове. Кто этого сделать не может, для того земля и небо бесполезны. Агеев прилег к земле к телефонному ящику и взял трубку. «Былинка!» – закричал он артиллерии. «Кирпич говорит. Размышляете о том, что видите. Вы огонь пускаете, а сами дремлете. Прошу точного взаимодействия. Мое переднее подразделение не преодолевает встречного пулеметного огня и впилось в землю. Потушите немецкую свечку впереди моей головы. Вы видите их огонь? Приблизьте немного свой огонь к голове моих людей. Дайте прямой удар. Не жалейте стали. Поберегите нашу кровь». «Хорошо. Есть». Он положил трубку, но в аппарате прогудел вызов. Агеев послушал. С командного пункта пока спрашивали, что предполагает сделать старший лейтенант. «Взять эту семидворку. Вот что я предполагаю», — ответил Агеев. «У меня всегда одно предположение — расклепать врага на части. Нет батальонного резерва, мне не нужно. У меня своего резерва достаточно для операции». «Есть, понимаю, выполню. И не любой ценой, а малой кровью. Я дорого им не плачу. Они не те люди, а мы те. Я поднимаю свой резерв». У него в резерве было 7 человек. Он посмотрел в сторону неприятеля. Немецкий пулемет не истощался в работе и по-прежнему бил по земле огнем. Но на той земле лежали, вкапываясь в нее от смерти, старые товарищи Агеева. Он помнил их неразлучным сердцем и с тревожной совестью следил за работой дивизионной артиллерии. Разрывы снарядов опорожняли землю возле самого немецкого пулеметного гнезда, но пулемет с малыми перерывами на зарядку и охлаждение
все еще работал в спокойном терпении. «Ишь ты, там тоже ничего сидят солдаты», — подумал Агеев. «Это, наверное, там погреб остался под сельской многолавкой». Он приказал своим людям поодиночке обойти деревню с флангов и выйти на проселок, с тем, чтобы истребить там остаток врага на выходе. Мокротягову Агеев велел оставить пока свое связное имущество на месте и поработать винтовкой и гранатой. И Мокротягов, согнувшись, пошел перелеском куда нужно, по ту сторону, сотлевшей в огне русской деревни. Другие бойцы тоже пошли раздельно, по заданному направлению. Сам же Агеев, оберегаясь, начал пробираться к своему залегшему подразделению. Снаряд тяжело и замедленно прошел в воздухе, удаляясь на врага. «Уважь меня», — попросил его Агеев. «Ишь, лодырь, как полетел потихоньку! Ну, приноровись и давай их клочья!» Снаряд, словно послушавшись русского командира, рванул вверх прах в деревне и пресек дыхание неприятельского пулемета на его живом огне. Агеев видел, как атакующая цепь, хранившая себя в земле, поднялась и пошла со штыками на последнее сокрушение врага. Командир поспел в деревню к разделочному завершающему бою, к рукопашной схватке. Немцев в живых еще оказалось штыков 25, сберегшихся в ямах и порушенных закутках крестьянского хозяйства. Агеев заметил одного пожилого немца, уползавшего бурьяном на выход из деревни. К нему наперерез бежал один наш боец с нацеленным штыком. Но Агеев упредил его и первым вышел на немца. Враг поднялся на командира и замахнулся автоматом, потому что стрелять ему было уже тесно и некогда. Командир же вовсе не стал употреблять своего оружия. Он кратко, с мгновенной мощью, опустил свой кулак на скулу противника, вложив в этот удар все свое сердце. И лицо врага из продольного стало враз поперечным, и он пал к земле с треснувшими костями головы. Резерв Агеева не успел миновать деревни, чтобы выйти на проселок. И все люди резерва также сошлись с неприятелем в рукопашной. Из врагов на проселок не вышел никто. Все они остались вековать в здешней сельской земле. Бойцы собрались все вместе, чтобы отдышаться, и сели возле своего командира. Артиллерия била теперь далеко вперед на предупреждение противника. Мокротягов стер ветошкой липкую чужую сырость со своего штыка и внимательно посмотрел на него. «Штык, говорят, молодец», — сказал Мокротягов. «А кто такой кулак?» «Вон нынче наш командир одного хряпнул кулаком. Планирую, что намертво». «Кулак кто?» – произнес Агеев. «Если штык молодец, то кулак считает, что родной отец». «А ведь верно», – согласился один боец с размышляющими осторожными глазами. «Кулак тебе всего сподручней, и он тебе без ремонта, без припаса живет. Как отрос одного, так и висит при тебе в боевой готовности». «Пока тебе его не отшибут», – сказал Мокротягов. «Ну что ж, отшибут, левшой будешь», – не согласился размышляющий боец. «А и левую повредят, вестовым останешься, и то солдат. При ногах человек всегда солдат, а уж ноги не будет, тогда ты никто. Оставь войско, иди в кустари, лежи в тепле и согревай поясницу, и поминай про войну внукам. А портянки тебе еще с вечера лежат сухие. Добро пожевать инвалидам». «Какие портянки? К чему они тебе?» – спросил Мокротягов. «Ты ж тогда без ноги должен быть». «Ну а все ж таки», — возразил боец, — «может, у меня хоть одна нога останется, тем более ее в тепле и сухости беречь нужно. Одна нога сиротка, рука нет, та и одна живет не скучно». Агеев прекратил беседу, готовый продолжаться до скончания жизни, если людям дать волю. «Становись!» — приказал Агеев. Он задумался перед фронтом своих людей и тихо произнес. «Труден наш враг, товарищи бойцы. Смертью он стоит против нас, но мы не страшимся смерти. После немца мы пойдем против смерти и также одолеем ее, потому что наука и знания будущих поколений получат высшее развитие. Тогда люди будут не такие, как мы. В них от наших страданий зачнется большая душа. Так что смерти нам по этому расчету быть не должно. А случится она, так это мы стерпим. Но для такого дела мало, однако, товарищи, умертвить врага огнем и штыком. Надо, главное, не отдать ему своей победы, не уступить вот этой нашей деревне и всей прочей родной земли. Война без отнятия у врага своей земли, что поле без урожая, нам так нельзя. Приказываю вам держать здесь оборону, покуда весь немец, который полезет сюда обратно, не износится». Агеев давно понял, что на войне бой бывает кратким, но труд долгим и постоянным. И более всего война состоит из труда. Лопата и топор теперь потребны солдату наравне с автоматом, потому что лишь однажды нужно завоевать свою землю.
но отстоять ее от повторных ударов врага, может быть, надо 10 раз. Солдат теперь не только воин, он строитель своих крепостей. И лишь упираясь в них, он может томить врага насмерть и без отдачи назад идти вперед. С крепостями победа дается большим потом, но малой кровью, а без крепости большой кровью. Ради того Агеев разделил свою роту. Одних людей он послал на проселок нести службу боевого охранения, а другим велел строить дерево-земляные укрепления и заниматься в роте по хозяйству, для чего тоже нужна большая забота. Спать было пока некогда, но бойцу сперва надо быть живому, а без сна он терпеть может. Агеев и сам работал вручную. Он собирал в погубленной деревне обгорелый, но еще пригодный лесной материал и делал на нем разметку для вязки узлов. Покрытие хода сообщения Агеев приказал строить в 4 наката, а огневых точек в 6. «Аль мы тут век будем вековать, товарищ старший лейтенант?» – спросил тот размышляющий боец, что любил все обсуждать и обо всем беседовать. «Нет, мы тут должны мало быть», – сказал ему Агеев, – «потому мы тут и городим такую крепость. А если бы 2 наката строили, тогда бы многие, правда, век тут вековали. А 1 накат все на вечность бы легли. До самого воскрешения убитых, что ли? Пока наука за силу возьмется». «Да, до той поры. Так бы и проспали здесь. Тебе охота?» Боец поразмыслил. «Оно бы все равно, раз потом советский народ войдет в свою полную силу и своей наукой нас снова к жизни подымет. А можно и повременить помирать. Вдруг потом ошибка случится». «Хватит тебе», — приказал Агеев. «Остановись бормотать. У тебя всегда ум идет, как задние колеса в чумацкой телеге. Одно колесо по колее, а другое по целине». «Так оно так и должно быть, товарищ старший лейтенант. Одно колесо везет, другое землю щупает. У человека тоже одно тянет, а другое окорачивает. Иначе бы...» «Тиши лежни в накат, тебе я говорю», — приказал командир. Вечер на закате угасал в ночь, и с востока надвигалась теплая покойная тьма. Редкая артиллерийская стрельба шла вдалеке на правом фланге, а вблизи никакого огня не было. Агеев огляделся в местности и почувствовал, что тут ему хорошо. Будь бы мирное время, он всю жизнь мог бы здесь прожить счастливым. Тут есть лес, земля должна рожать хорошо, есть суходол для выгодной скотины, а в осохшей балке можно сложить прудовую плотину, срубить бы здесь новую избу и жить своим семейством среди народа. Но сейчас Агеев хотел лишь того, чтобы тишина простояла до рассвета. Тогда можно было бы закончить все земляные работы и положить накаты. Однако Агеев остерегался, что враг может не дать ему времени. Он кликнул к себе Мокротягова и велел ему добраться до узла связи на старой передовой, чтобы узнать, почему до сей поры не дают сюда телефонного конца. Что они там, в домино, что ли, играют? Через полчаса Мокротягов вернулся с 2 связистами. Он их встретил на пути. Они уже тянули сюда конец связи. «Что ж вы, черти?» – сказал Агеев связистам. «Что, по-вашему, война?» Мокротягов знал, как нужно сказать, и ответил. «Война – это высшее производство продукции, а именно смерти врага-оккупанта и наилучшая организация всех взаимодействующих частей, товарищ старший лейтенант». «Точно», – согласился Агеев. «Давайте связь и становись все 3 на земляные работы». По связи Агееву сообщили положение противника по данным разведки и приказали крепче вжиться в землю, потому что с утра противник, возможно, начнет наносить контрудары. «Ладно», — сказал Агеев, — «а вы подбросите мне саперов, харчей и боезапас». «Свободных саперов нету», — ответили Агееву. «Ты там старайся жить поскупее, а драться по-богатому, понятно? Но харчи и боезапас пришлем тебе в скорости. Ты гляди, тех людей, которых мы к тебе добром пришлем, у себя не оставляй, а то вы любите чужой народ усыновлять». Агеев положил трубку и подумал в молчаливой печали. «Он правду говорит. Трудно сейчас нашему народу. Весь мир он несет на своих плечах. Так пускай же мне будет труднее всех». Он пошел к уцелевшей кладке каменного фундамента, возле которого бойцы отрывали грунт для пулеметного гнезда, и там взял лопату. И он стал утешать себя и смирять в работе, грея лопату в заматерелой тяжкой земле. Бойцы поспешали вослед командиру, хоть и непосильно им было спешить, если они давно и за 2 последних суток отдыхали лишь однажды, когда лежали на огороде под огнем. Но и тогда они копали землю под собой. Теперь они чувствовали, как до самых костей томится их тело при каждом усилии работы. Но они терпеливо вонзали железо в грунт и рвали его прочь, потому что сейчас лишь в этом была нужда войны и жизни. «Все говорили, что души в человеке нету», —
сказал Мокротягов, ощупывая теплое лезвие своей лопаты. «А что же есть? Одно было сухое тело, давно уморилось и умерло бы». Боец, обо всем размышляющий, приволок в одиночку тяжелую стойку. Отдышавшись, он начал ее устанавливать в теснине земляного хода и расслышал, что говорил Мокротягов. «Немец бы, если бы он мною был, он бы помер и сопрел бы уж», — сказал этот боец. «А я все воюю и должен придется победу еще одержать. Вот премудрость-то. Знаешь что, товарищ Мокротягов, ты, конечно, связист, ты понимаешь чуть-чуть». «Опять ты бормочешь там», — закричал из тьмы земляного котлована Агеев. «Я бормочу, а сам действую, товарищ старший лейтенант», — сообщил боец. Уже давно свечерело. Снаружи послышались посторонние голоса. Обозные люди шли пешком, принесли горячую пищу в термосах и боеприпасы. Агеев велел своим людям покушать, а сам вышел из котлована наружу, чтобы проведать посты боевого охранения. Он посмотрел на возвышенные звезды, глядевшие с неба навстречу ему своим перемежающимся, словно шепчущим светом. «Не понимаю вас», — ответил Агеев звездам. «После войны пойму. Сейчас заботы много». Его заботило, что вся эта семидворная деревенька и район вокруг нее хорошо пристрелены немцами. Все расстояния также известны им в точности. Как же тут быть, чтобы удержаться с малой силой? Время ушло за полночь к утреннему рассвету. Агеев находился возле проселочной дороги, уходившей в сторону утихшего врага. Всего у него было здесь 4 поста. 2 из них он оставил на сторожевой службе, но разделил их на 4 поста, чтобы линия просмотра и охранения не уменьшилась. А 8 человек из других 2 постов он повел за собою в убогое темное поле, не рожавшее теперь ничего. Там он отыскал с бойцами мощную воронку и велел спланировать ее откосы, обваловать и покрыть накатом, чтобы образовалось пулеметное гнездо. С этого места хорошо простреливалась проселочная дорога и целина на подходах к флангам Семидворья. «Мы на них с земляной войной теперь пойдем», — сказал Агеев. «Будем брать у них нашу землю верстами, но укреплять каждый вершок». «Это дело», — высказался один боец. «Оно, конечно, трудно, зато умно. А землю железо никогда не возьмет. Она хоть и мягкая, да не лопается и не умирает. Давайте, ребята, до первого света закончим эту задачу». «Ты гляди здесь, Вяхерев», — сказал Агеев, обращаясь к сержанту. «Враг тебя тут никак не минует». В самом Семидворье бойцы по темному ночному делу не управились отыскать и заготовить столько годного лесного материала, чтобы его хватило на всю потребность. Поэтому пулеметные гнезда покрыли лишь в 3 наката, а ход сообщения оставили вовсе без покрытия. Однако Агеев решил работать в земле и во время самого боя, пока не будет нужды во всех штыках до единого. Для того он отрядил по своему выбору 20 человек бойцов в землекопы и дал им урок, чтобы они отрывали долгий окоп в сторону врага, начав его от середины хода сообщения, и вели его вперед до самого взгорья и под самое взгорье, что валом возвышалось невдалеке. Агеев решил обороняться, въедаясь навстречу противнику. А еще более того, он желал иметь постоянно в запасе укрытия и места для огневых позиций, если построенные гнезда будут разрушены. Командир приказал начать работу немедля и оставить ее лишь ради боя по его команде. «Мы должны теперь научиться маневрировать в земле под огнем», объяснил он задачу бойцам. «Работы будет много, а урона в людях мало. И мы сначала упремся врагу в грудь, а потом попрем его насквозь и тронемся далее вперед. А как же нам сообразить, товарищ старший лейтенант, чтобы всем гуртом один проход копать и пятки друг другу лопатами не посечь?» — спросил постоянно размышляющий, говорящий боец. «Сообрази сам», — ответил Агеев. Боец озадачился, и слышно стало, как в бормотании работала его неясная мысль. «Долго думаешь», — сказал Агеев. «Каждому бойцу своя дистанция и свой урок. Каждый сразу вкапывается в землю, а потом бойцы перекапывают между собой в грунте перепонки и соединяют всю линию работы в одно. Ясно теперь? Работу начинать по моей команде. А теперь закончим отделку наших крепостей по-житейскому, чтобы в них, как в чистых избах, было. Есть еще время до рассвета. Мокротягов, становись к аппарату на связь». Таинственное звездное видение ночи стало смеркаться в небе, непонятое людьми. Враг не давал людям времени, чтобы они из Семидворья подняли глаза к небу. И враг не дал нынче срока людям увидеть рассвет и восход солнца. Воздух загудел вдали, и Агеев приказал бойцам занять свои места. На посты боевого охранения он послал связного с тем, чтобы все тамошние бойцы
соединились в новом укрытии под командой сержанта и вели наблюдение, а по надобности огонь. Три бомбардировщика вышли из сумрака над Семидворием и бросились по очереди к земле на сокрушение ее. Бойцы в земле были безмолвны и чутко сжимали в руках свою надежду – оружие. Агеев вслушался в свист вонзающейся в воздух пикирующей машины и крикнул своим людям: «Не по цели идет! Спокойно, бессмертные мои!» Самолет с жестким усилием мотора пошел обратно в высоту мира, гремя по небу, как по твердыне. Но его заглушил пронзающий вопль бомбы. Агеев глядел наружу в скважину из пулеметного гнезда. «Мимо», — сказал он, — «погрешность 50-60 метров. Вес бомбы 250. Мокротягов, дай связь на командный пункт». Но самолет лишь начали бой. Они равнодушно продолжали работу, сделав три захода, чтобы полностью опорожниться от боезапаса. Их машины и материал работали в пределах своей прочности, в норме спокойствия. И только человек существовал с содроганием, обучаясь новой жизни возле своей гибели. После ухода самолетов Агеев сейчас же опять поставил на работу землекопную команду. Он велел своим людям спешить, а троих бойцов отрядил оправить завалы возле огневых гнезд, поврежденные воздушной волной. С проселочной дороги возвратился связной и доложил командиру, что в боевом охранении раненых и поврежденных нету никого, но убито при переходе в земляное укрепление 4 души. «Кто же это?» – спросил Агеев. «Антонов, Селиверстов, Питенко и Сигаев», – товарищ старший лейтенант сообщил связной. «Командира к телефону!» – крикнул Мокротягов. «Обождать», – сказал Агеев. «Кто, ты говоришь, погиб?» Связной повторил и добавил свое пояснение. Они открыли огонь по самолету и обнаружили себя, а другой самолет накрыл цель. Агеев огляделся в раннем рассветном мире. Он искал в нем соответствие своему горю и отражение гибели людей. Но в мире все существовало, как было, с обыкновенным равнодушием. Или Агеев был незорок и не рассмотрел перемен в природе. К Агееву подошел Мокротягов и прочитал ему по бумажке. «Командный пункт сообщает: ожидать огня с воздуха и артиллерии, а потом танковые атаки их машин среднего веса. А мы зато будем поддержаны самоходной артиллерией. В конце приказано противника сдержать, а также измучить его в потерях». «Ответь, все ясно. Приказание понято», — сказал Агеев, отошел в одиночестве. Отошедший в пустое поле, Агеев обернулся к восходящему солнцу. Он внимательно вгляделся, как оно светит. «Ничего», — решил он, — «хоть ты не потухай». Он вернулся к укреплению. Бойцы рыли добавочный запасной окоп. Размышляющий, многоречивый боец уже врылся по пояс на своем уроке. Он серьезно посмотрел на Агеева и кратко спросил: «Вы что, товарищ командир?» «Ничего, копай». Все работающие бойцы молча следили взором за командиром, и он остановился перед ними. «Я ничего, товарищи, четверых из нас нет. Они уснули долгим сном, наши бойцы. Антонов мог писать стихи в газете, в нем умер Пушкин, не написавший главных сочинений. Питенко мог быть великим ученым, механиком. Он имел медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, и в уме его погиб такой же великий машинист, как Уат или Ползунов, о которых я вам читал вслух по книгам, когда мы стояли в резерве. Товарищ Селиверстов никем не был, он был добрым, и он тоже умер. Сигаев был воином и великим сыном Родины, его дважды ранило под Ольховаткой, но он не ушел с поля и дрался, пока его не ранило в третий раз. Тогда он тоже не ушел из боя, а просто забылся без памяти. Нельзя без них счастливо жить, товарищи. Без них для нас весь мир сирота. Зачем же нам позволять смерти уносить от нас самое необходимое добро? Это и по-хозяйски плохо. И мы должны сегодня же идти вперед к высшей, правильной истине. И как можно скорее. Истина же теперь, я вам это верно говорю, истина теперь в бою. Она есть наша победа, и мы должны ее добыть. Такова наша жизнь и задача». Сознательный, обо всем размышляющий боец прослушал внимательно все слова Агеева и тихо осудил командира. «Пока он говорил, я землю не копал, а это по дисциплине неверно. Конечно, товарищ старший лейтенант говорит правильно. Раз я убит, раз я имею в жизни свой недожиток, то мне его полагается дожить. Давай его сюда обратно, это моя порция, иначе беспорядок получится». Но в сердце этого бойца тоже была память и тоска по убитым товарищам. И он подумал: «Нет, правду говорит командир. Мертвым человеком быть пусто и убыточно. А живому должно быть стыдно. Ведь мертвый-то за тебя умер, сукин ты сын.
А ты хочешь жить только за одного себя. Это, брат, не выйдет. А если выйдет, тогда печально станет. Тогда грош нам всем цена в базарный день в воскресенье». В небе прошумел легкий пристрелочный снаряд и разорвался на огородах за семидворьем. «Щупает», — сказал один боец, рывший землю с закрытыми дремлющими глазами. «По-хозяйски щупает», — заговорил другой красноармеец, «трехдюймовым, чтоб недорого обошлось. Потом уж потяжелее даст и почаще, когда по телу попадет». Красноармейская подвижная артиллерия сейчас же ответила по врагу из ближнего тыла. Немцы, переждав немного и подсчитав, что им выгоднее, начали бить поверх семидворья по русской артиллерии, желая ее подавить как помеху. Русские самоходные пушки, меняя позиции, изредка били в глубину врага тревожащим, отвлекающим огнем. Немцы же раз от раза учащали огонь, введя в работу целую батарею среднего калибра, не считая нескольких легких орудий. Огонь шел по небу над семидворьем, а внизу на земле было спокойно. Гейв тотчас же понял свою пользу и вывел из укрытия два взвода на помощь работающим в земле. Он хотел скорее продолжить запасной окоп, довести его до взгорья, за которым уже кончалась деревня и шла проселочная дорога на запад, и врыть этот окоп под самое взгорье, чтобы образовать там добавочное укрытие и новое огневое гнездо. Командир сам стал за лопату и начал вскрывать землю у подножия взгорья. «Скорее, ребята», — приказал он бойцам, — «скорее давай кончать полевую фортификацию». Бойцы с усердием рушили грунт, чувствуя сейчас, как тяжко подается вековой прах их привычным рукам, и стараясь, чтобы у них сами собой не закрылись глаза, натруженные без сна до кровяных жил. «А может, немец сейчас поумнеет, и мы не успеем урок откопать», — высказался постоянно думающий боец. «Поумнеть вовремя мало кто поспевает», — пояснил командир. «А немец подавно не поумнеет. Ум растет у человека из сердца, а у немца сердце пустое, и туда Гитлер свою начинку положил. С той начинки разум в немца никогда не примется, и мы окончим немца». «Да, пожалуй, что так оно и выйдет», — согласился дальний Атагеева боец, Палагин. «У немцев ум заводной, а у нас хоть иногда дурной, да живой. Так мне мой отец еще с той войны говорил». Агеев вновь поторопил бойцов. По длине более половины окопа уже близка была к отделке. Теперь нужно было удлинить его и еще врыть потайной пещерой во взгорье. Артиллерийская стрельба пошла теснее по воздуху. Немцы били часто, работая на подавление русского огня. Красноармейские же пушки действовали на предупреждение и беспокойство противника. Они громили подходы к новому рубежу своей пехоты и давали время ей обжиться. Агеев направился в укрепление к телефону. Он хотел поговорить с командиром батальона о боевом положении всего участка. Кроме того, рота нуждалась в табаке. Пока командир роты говорил с батальоном, немцы еще добавили огня. Теперь два или три орудия врага начали бить по семидворью. Агеев хотел выйти наружу к своим людям, но его посунуло воздухом обратно в ход сообщения. Снаряд разверз землю возле второй огневой точки и, должно быть, повредил его накат. Выбравшись затем на дневную поверхность, Агеев увидел, что размышляющий боец по фамилии Афонин, лежа на животе, копал землю под самым увалом взгорья, а остальные бойцы опустились на дно готового окопа и там умолкли. Агеев сообразил по расположению двух ближних воронок, что их не могла умертвить взрывная волна, а осколок солдата в земле не возьмет. «Чего они?» – спросил командиру Афонина. «Сейчас», – сказал Афонин, и накрыл голову лопатой, услышав гул несущегося снаряда. «Они поуснули», – объяснил Афонин потом. «Я тоже было уснул, когда меня побаюкала первая волна, но я-то опомнился». Агеев пошел по окопу. Бойцы спали, согнувшись на корточках. Им было неудобно, но лица их имели кроткое счастливое выражение, и дыхание их было спокойно, словно все они отлучились в другой мир. Два снаряда точным попаданием завалили ход сообщения, отрытый ночью, и повредили огневую укрепленную точку, где находился телефон. Спящие пошевелились и забормотали, но не очнулись от сна. «Становись!» – закричал тогда Агеев спящим и, схватив подмышки ближнего бойца, поднял его на ноги. Бойцы пробудились и сразу не поняли, где они живут. Им не снилось ничего, и они не помнили себя, когда спали, но они пережили во сне темное счастье покоя. Огонь врага пошел на удаление и бил сейчас по огородам, работая на отсечение агеевского подразделения от тыла. «Давай дальше вперед в землю», — приказал Агеев проснувшимся бойцам. Окоп, подведенный к подошве малого холма,
или взгорье, бойцы по указанию командира развели на три конца и стали их вводить в глубину под тот холм. День теперь горел по всему свету, и жарко было на земле, согреваемой солнцем, с неба и пушечным огнем. Агеев полез с лопатой в заваленное укрепление, где был телефон. Но к нему навстречу тоже откапывался кто-то сквозь сыпучую мягкость. «Ты кто?» – крикнул Агеев в грунт. «Я Мокротягов, товарищ командир. Пулеметы в исправности, боезапас цел. Блиндаж тоже ничего. Бойцы здесь курят, а связи нету. Иди на свет». К Агееву подполз боец Марковников. «Вас спрашивают на левом фланге, товарищ старший лейтенант». Агеев пробрался по ходу сообщения к своему левому флангу. Там стоял в траншее измученный человек со следами земли на лице и одежде. «Я офицер связи, товарищ старший лейтенант. Разрешите передать сообщение?» Агеев и офицер перешли в ближнюю воронку и остались там в одиночестве. Офицер связи рассказал Агееву обстановку боя. «В штабе части есть точные сведения. Центральный удар противника будет развит в направлении Семидворья. Мы должны здесь оказать торможение движению противника. Вам приказано держаться. Важно, чтобы противник убедился, как нам необходимо это, Семидворье. А нам оно по обстановке совсем не нужно. На дальних флангах вашего подразделения пойдут вперед наши главные силы и сомкнутся на западе, впереди вашего расположения. А Семидворье к вечеру или ночью очутится внутри нашего яйца. Но сердцевина боя будет у вас. Сюда будет валиться противник. А вы его заманиваете к себе насмерть своим сопротивлением. Вам надо держаться. Решение же боя будет не у вас. Здесь вы ведете лишь демонстративную оборону. Таков смысл ваших действий. Понятна задача, товарищ старший лейтенант?» «Понятно, товарищ лейтенант», — ответил Агеев. «Желаю успеха», — сказал офицер связи и повторил. «Желаю успеха и победы. До свидания. Прощайте», — добавил он затем и обнял Агеева, припав своим лицом к его плечу. Агеев пошел ко взгорью. Передние бойцы, копавшие землю, уже скрылись вовсе под холмом, работая в недрах его. И оттуда они выдавали грунт наружу по цепи людей, стоявших в окопе. Все бойцы Агеева уже сейчас были почти в полной безопасности от осколочного и минометного огня. Завалы же от близких попаданий тяжелых снарядов тоже были не страшны для людей с лопатами, укрытых в окопах и связанных между собой братством и командованием Агеева. В полдень вступила в бой дальнобойная артиллерия противника тяжелых калибров. Причем ранее действовавшие орудия тоже продолжали работать по своему назначению. Наша артиллерия в ответ добавила огня, но отставала в своей энергии от противника, что являлось тайным умыслом, понятным здесь лишь одному командиру Агееву. Теперь в Семидворье и вокруг него земля разделялась огнем на части и лишалась жизни, а оставшаяся еще нетронутой дрожала в мучении, бережно храня в себе зародыши и корни хлебных трав, как последнее наследство и достояние. Бойцы одновременно отрывали три пещеры в глубине холма. Эти земляные горницы были спущены ниже поверхности и находились уже в глинистом водоупоре, глубже почвенного слоя. Так приказал сделать Агеев. Он понимал, что глинистый грунт упруго, нерушимо терпит удары и глушит гул канонады. Поэтому люди здесь могли успокоиться от устрашения и быть в безопасности. Только прямой удар тяжелого снаряда мог завалить одно из подземных укрытий, хотя толщина грунтового подспудного свода была не менее 2 метра в самом слабом месте, что при выходе из окопа. Обойдя эти подземные крепости, Агеев велел их доделать с уютом и выбрать начисто всю сорную мелочь, а потом подмести и при первой возможности украсить помещение травой, ветвями и ротным культурным инвентарем. Обеспокоившись за свой пост боевого охранения, помещенный в укрытии у проселка, Агеев подозвал к себе Мокротягова. «Связи нет, и едва ли она скоро будет. Можешь сходить к нашим на проселок и назад вернуться. Только вернуться живым. Как они там, наши товарищи? Чем им помочь? Пойдут танки, пусть сначала пропускают их на нас. А когда мы их тут станем рвать гранатами, тогда и они должны открыть огонь и вцепиться противнику в хвост. Это больше встревожит врага. А сперва они пусть помалкивают и берегут себя. Скажи им так». «Точно, товарищ старший лейтенант, все понятно. А твоя задача какая?» «Уцелеть и вернуться. Ступай, бери автомат, лопатку и ползи». Мокротягов ушел на поверхность, чтобы искать себе путь в промежутках огня неприятеля. Газ от разорвавшихся снарядов постепенно проникал и в подземные укрытия.
и только живой запах пота работающих бойцов отбивал смертную сухую гарь чуждых веществ. Агеев велел на ночных старых фортификациях в двух огневых точках и в ходе сообщения оставить 6 человек, а всех остальных бойцов свести сюда, в глубину прочной земли. С этим распоряжением он послал наружу Афонина, приказав ему самому остаться там для наблюдения, особенно же для просмотра проселочной дороги до самого горизонта. Содрогание земли происходило теперь постоянно, потому что огонь врага рушился на Семидворье потоком. Грунт в подземных укрытиях крошился и осыпался со стен и верхнего слоя. Затем он стал валиться комьями и плитами. Агеев измерял по беспокойству земли силу неприятельского обстрела. Он решил пока что прекратить всю подземную работу, чтобы бойцы опамятовались и отдохнули перед сражением. Он пожалел у каждого бойца его измученное тело. Люди с наружных фортификаций стали по очереди входить под землю. Агеев велел им размещаться лишь в двух укрытиях, садясь в притирку друг возле друга. А третье укрытие он оставил пустым для раненых, больных и изможденных. «Все разместились?» – спросил Агеев в первом укрытии. Дремлющие бойцы, стеснившись друг к другу, сидели в сумрачной мгле, осыпаемые дрожащим прахом. «Все, что ли?» «Восьмеро там остались», – ответили бойцы. «Огневую на правом фланге кверху подняло, иногороды бросило. Восьмеро там было». Агеев вышел в окоп. Афонин волок по низу раненого бойца и на ходу утешал его. «Забудь, пока и усни. Проснешься, все тихо будет, и свет на добро переменится. Тебе я говорю». «Девятый, что ли?» – спросил командир. «Мало считаете, товарищ командир», – прокричал Афонин в гуле и ударах огня. «Там еще таковых в проходе сообщения пятеро повалилось. Наказание таких мужиков тратить. Кто их подобных теперь сызнова нарожает? Где такие бабы-матери? Давай его в третье, крайнее укрытие. Там наш медпункт будет», – указал Агеев. «Кликни Симакова, фельдшера». Фельдшер Симаков, однако, шел следом за Афониным и нес на себе другого ослабевшего бойца, сочившегося изо рта кровью. Агеев прошел в огневую точку на левом фланге. Она была наполовину завалена и покалечена, но еще годная. Оттуда, сквозь щель для пулеметного ствола, Агеев начал сам вести наблюдение за проселочной дорогой и окрестностью в стороне врага. Мокротягов как ушел в укрепленный пост у поселка, так и не возвращался еще. Что там осталось? Дышит ли там кто в живых? Местность теперь всюду изменилась против того, какой она была утром. Пыль и дым покрыли смутной наволочью всю землю, и в том сумраке внезапно и часто сверкало мгновенное пламя разрывов. Это действовала наша артиллерия, не давая врагу превозмочь пути на Семидворье. «Хорошо», – подумал Агеев. Он любил видеть силу человечества в огне и машинах. Это питало в нем верную надежду на высшую жизнь в будущем. К нему подошел Афонин. «Что мне делать, товарищ старший лейтенант? Я все поделал, а теперь томлюсь и говорю ненужные мысли. Терпеть надо, Афонин, чтобы уцелеть и встретить живого врага. Сколько у нас мертвых?» «Шестеро померло, седьмой помирает, а восьмой тоже не жилец». «Оставили они нас одних», — сказал Агеев. «Иди, Афонин, в тот конец схода сообщения. Там шестеро бойцов ведут службу наблюдения. Скажи им, я велел, пусть уходят в укрытие под Взгорье. Мы здесь будем с тобой одни». Афонин пошел, согнувшись в тесной земле. И тотчас свет на земле померк, и стало темно и глухо. Агеев испугался. Ему показалось, что это внезапно угасло солнце. Но он сразу понял свое заблуждение и утешился в здравом понятии. «Это один я умираю, и мне одному темно, а весь свет цел, только он живет теперь без меня». Однако Агеев вспомнил, что бой не кончен, и без него там трудно придется бойцам. И тогда он вскрикнул и резко двинулся телом, чтобы рвануть свое умершее сердце обратно к жизни. Но он почувствовал теперь, как его теснит вокруг и душит тяжкая земля. И не слышно ему ничего. Далее крик его не раздается здесь, и Агеев лишь мысленно слышит его звук, а сам безмолвен и погребен. Он понял, что ему немного осталось дышать, и начал думать те главные важные мысли, которые человек всегда откладывает подумать, занятый заботами и надеясь жить долго. Но его опять побеспокоили. Афонин прорыл снаружи завал в блиндаже и на ощупь нашел тело Агеева. «Это ты, командир? Готово дело, что ли?» Агеев увидел прояснившийся сумрак и с заклокотавшим дыханием охватил руками шею Афонина, глядевшего на него из просвета. «Как там у нас? Где мои люди?» – спросил командир. «Что там было без меня?»
Он не был уверен, снится ли ему Афонин, или он был правдой, но он все равно решил действовать по правде. «Живой еще», — сказал Афонин. «А я думал, что уже готово дело. Ну, пошли дальше жить, раз ты хочешь». Афонин выволок Агеева в ход сообщения и поставил его на ноги. «Ишь, как значит, это правда», — сказал Агеев. Он увидел свет над землей. Но свет этот вдруг помрачился, вырванный кверху землей. А затем опять прояснился. «Это хорошо», — подумал Агеев. «Бой еще идет. Хорошо в бою быть живым». И снова Агеев увидел, как обычный свет солнца на мгновение сменился нежным голубым сиянием взрыва, чистоты которого он не замечал прежде, и тьмою разрушаемой измученной земли. Агеев удивился тому, что и в огне смерти есть тоже кроткое сияющее вещество, которое содержится, должно быть, в его сердце и в теле человека. «Что тут было без меня, Афонин?» – спросил Агеев. Афонин доложил ему по форме, но Агеев ничего не услышал. «Я глухой», — сказал командир. Афонин повторил свое сообщение. Агеев смотрел на его лицо и постепенно понимал. Средний каземат во Взгорье разрушен попаданием фугаса большого калибра. А что касается шестерых бойцов на правом фланге хода сообщения, то они убиты взрывной волной, и вдобавок их пронзили осколочные снаряды. Но бойцы как стояли живыми, так и остались стоять мертвыми, потому что окоп в том месте был узкий. Его не дорыли на ширину, и упасть умершему телу там неудобно. «Пусть они стоят там», — приказал Агеев. «Это что ж тогда получится, товарищ командир?» — заинтересовался Афонин. «Тактика, что ли, такая?» Агеев глядел вдаль и не слышал Афонина. Он добрался по обрушенному окопу до Взгорья. Там в ходу сообщения между пулеметными гнездами шестеро мертвых бойцов стояли в ряд по плечи в земле, обратив к нему потемневшие, спокойные, словно задумавшиеся лица. И автоматы лежали возле них в боевом положении. У одного бойца голова, однако, вдруг поникла в сторону, и он почти припал щекой к песчаной отсыпи. «Пойди, стань возле них», — сказал Агеев Афонину. «Возьми побольше гранат. Ты слышишь, стрельбы по нас нету. Я не вижу больше огня». «Я-то все вижу и слышу, товарищ глухой старший лейтенант. Сейчас к нам немцы грянут», — отвечал про себя Афонин. «Сам не слышит, а соображает правильно. А пить и есть охота. Даже душа болит от такой низости». «Да где ж тут попьешь и покушаешь? До победы не проси!» В Семидворье теперь наступила тишина. Снаряды шли по высоте, и огонь земли не трогал. К Агееву подбежал изнемогший, черный с лица мокротягов. Он прибыл с проселка. «Танки врага, товарищ командир!» Агеев, не расслышав, понял его точно. Он встал на возвышение земли и посмотрел на горизонт. Оттуда, правда, шло пыльное облако, сверкая против солнца белым огнем выстрелов. «Целы там наши!» «Кричи мне в ухо!» — сказал командир Мокротягову. «Двоих подранило, но не трудно, остальные целиком здоровы». «Кто там командует, Вяхерев?» «Точно, товарищ старший лейтенант, сержант Вяхерев». «Понятно. Что при тебе, автомат?» «Иди становись туда, где стоят мертвые, там есть живой Афонин. Встречать будешь противника оттуда. Понял? Шуми мне громче, у меня уши ослабли». «Есть!» — прокричал Мокротягов. «А как связь, товарищ старший лейтенант?» «После боя позаботимся. Ступай, становись. Сейчас со связью не выйдет дело». Агеев вызвал из укрытия старшину Сычева. «Я буду там, где наши мертвые, в том ходе сообщения. Ты видишь, где они?» «Понятно тебе?» «Мы первые встретим противника, и он пойдет на нас машинами. Ты следишь за обстановкой и выводишь подразделение, когда тебе выгодно, но позже того, как я приму первый удар на свою цель. Понятно?» «Потом я сам возьму общее командование». «Есть», — понял Сычев. «Готовь людей и действуй», — приказал Агеев. «Помни, смерти нет, если мы отстаем нашу родину, где живет истина и разум всего человечества». «Есть», — согласился Сычев и улыбнулся своей мысли. «Да вы не думайте долго о нас, товарищ командир, и не болейте своей душой. Солдат должен уметь помирать навеки и всерьез, если к тому бывает нужда, и от того народу польза. А то какой же он солдат? Тогда он помирать избалуется, раз ему смерть нипочем, раз ему сызнова положена жизнь. Разрешите идти, товарищ старший лейтенант?» Агеев не услышал Сычева и молчал, и старшина пошел к бойцам, оглянувшись затем на безответного командира. Агеев понял его и улыбнулся ему во след. Командир любил своего старшину за все его обычные признаки и свойства, за рябое обширное лицо, за солдатское терпение, за строгое обеспечение всем положенным рядового бойца и за равнодушное, но расчетливое поведение в бою. В мирном положении Сычев был обыкновенно озабочен и даже встревожен текущими делами по роте. Но в бою все заботы отходили от него прочь,
и сознание его, ничем более не занятое, работало лишь на пользу боя. И так как он бессмысленно не волновался за свою участь, будет он живой или нет, то мысль его была здравая, а действия разумными. Он боялся не вообще смерти, а смерти убыточной, когда боец погибает, истратив впустую один патрон. Когда же боец погибал, порядочно истощив врага, такой смерти Сычев не боялся. Он считал, что раз уж ее миновать нельзя, то она должна дорого стоить врагу. На войну Сычев смотрел как на хозяйство, в котором, как хлеб в колхозе, должна в изобилии производиться смерть неприятеля. И он аккуратно считал и записывал труд своей роты по накоплению павшего врага. Сычев вел войну экономически и бережливо. Если рота бывала иногда без боевого дела или стояла на отдыхе во втором эшелоне, а бойцы поправлялись и не жалели на себя пищи, Сычев не попрекал бойцов. Однако размышлял, что бесполезная трата довольствий на войне равняется пролитию крови своего народа. И тогда он молча серчал. Когда рота в трех боях уничтожила столько же врагов, сколько в ней самой первоначально было бойцов, старшина с хозяйским удовлетворением доложил о том командиру. «Вот», — сказал он, — «мы теперь себя оправдали и выкупили полностью». И улыбнулся столь самодовольно, будто за малые деньги построил скотный двор или за полцены купил нужную вещь в свое семейство. Агеев любил старшину за умелость в бою и дельность в ротном хозяйстве, но не понимал его характера. Командир не мог вести войну на хозрасчете, как крестьянский двор, и чувствовал горе от потери своего бойца всегда. Убил ли он перед смертью пятерых врагов или никого не убил? Сычев же считал лишь тела, а не души, и гибель двоих немцев против смерти одного русского полагал мерой правильной. Может быть, это было и верно, но иногда Агеев думал, что напрасно немцы не знают лично старшину Сычева. Тогда бы они остерегались воевать дальше, ибо такие люди, как Сычев, подытожат своего врага насмерть с точностью и обязательно. Против такого солдата, который воюет с той же алчной страстью, как копит дом для своего семейства, нету средств победы. Агеев увидел свет разрыва снаряда над Семидворьем и поспешил на свое место к Афонину, Мокротягову и погибшим бойцам. Немцы сходу изредка постреливали из танковых пушек, желая произвести добавочный ужас этой пальбою. «Сколько их, ты не считал?» – спросил Агеев у Афонина. «Прикидывал», – прошумел Афонин в ухо командиру. «Я поверх завала на блиндаж лазил. Машин возле десятка будет. А правда, товарищ командир, может наука достичь того, что мы выздоровеем от смерти?» «Правда, Афонин», — сказал командир. «Лишь бы нам сберечь от врага наш народ. А в нашем народе есть сердце, и в нем будет память о нас. Но народ не всех упомнит, а только самых лучших своих бойцов». «Что же мне одна память?» — обиделся Афонин. «Ты думай», — закричал Агеев. «Или человечество глупее тебя. Его память есть дело». Танки гремели на приближении к Семидворью. Агеев потрогал за плечо труп бойца Инцертова, стоявший возле него. «Окостенел уже человек», — подумал Агеев, чувствуя жесткость тела скончавшегося. И Агеев сам почувствовал в себе окостеневшее жесткое сердце, способное вытерпеть любой удар врага и не утомиться от него. «Афонин!» — крикнул Агеев. Афонин приблизился. «Ползи к Сычеву! 15 бойцов выслать из укрытия! Пусть они тихо, быстро, маскируясь, займут позиции на окружении Семидворья. Командиром у них пускай будет младший сержант Потапов. Их задача не выпускать отсюда живого врага. А если неприятель пойдет на одоление, выйти к нам на помощь, как к нашему резерву. 19 бойцов остаются у Сычева с прежней задачей. Ты вернешься к нам. Мы с Мокротяговым будем у левофланговой огневой точки. Мы зароемся в песчаный завал. Ты залезай туда же». Агеев и Мокротягов укрылись в песчаном сбросе. Цепь мертвых бойцов теперь была против них, в другом конце хода сообщения. Танки противника гремели уже на проселке и проходили, должно быть, передний пост Вяхерева. Пост молчал, затаившись в земле. «Бьют наши на проселке?» – спросил Агеев у Мокротягова. «Молчат, пока не слыхать», – ответил Мокротягов. «Правильно», – полагал Агеев. «Пусть пока молчат, потом будут говорить. Все равно в моей роте немец хлеба не получит». Танки теперь шли без стрельбы, и Мокротягову уже слышно стало, как они сокрушают и мучают гусеницами подорожные самородные камни и поваленные на заграждение деревья. «Глухому воевать лучше, спокойней», — подумал Мокротягов о своем командире, смотревшем сейчас ясным взором перед собою на своих шестерых погибших бойцов. Мокротягов расслышал частые очереди автоматов. «Наши у проселка открыли огонь.
— крикнул командиру. «Рано еще», — рассудил Агеев. «Но, может быть, им там видней». На огонь автоматчиков немцы ответили из пулеметов и пушек. Но автоматы били настойчиво, вживаясь в бой и не выходя из него. Два танка сразу появились в Семидворье. Один перевалился через взгорье, а другой зашел с фланга и направился на шеренгу мертвецов, поля в них огнем из пулемета. У Агеева стало свободней и легче на сердце. Враг был перед ним, на месте. Все остальное было лишь терпеливым томлением ради этой неминуемой встречи. Танк, губивший мертвецов, заглушил стрельбу, сделал поворот. Пятеро автоматчиков, таившихся на корпусе машины, прыгнули на землю. А танк пошел далее на проход, в русскую сторону. Автоматчики приникли сначала к земле и осмотрелись. Вокруг них был пустой безлюдный прах и мертвые люди в траншее. Немцы осторожно проползли к ходу сообщения и опустились в него поверх павших русских. «Чего нет Афонина?» – подумал Агеев. «Заговорился в укрытии». Второй танк, пришедший через горе, тоже освободился от десанта в 7 человек и ушел далее транзитом, вослед первому. Новые 7 врагов, увидев своих, свободно прошли по земле и прыгнули в ход сообщения. Врагов набралось уже порядочная шеренга, и скоро их фланг должен примкнуть к песчаному отвалу, в котором укрывались Агеев и Мкротяков. Если еще добавится немцев, 3-й и 4-й танки прошли поперек хода сообщения, обваливая землю на своих, не сокращая хода. На телах машин беспомощно лежали солдаты. На одной машине 3, на другой 4. Задняя машина, миновав траншею, рванула скоростью, и 2 солдата свалились с нее, оставшись лежать на земле по-мертвому. Агеев понял, что это есть работа бойцов сержанта Вяхерева у проселка. «Он ничего, сержант», — оценил командир, и тронул Мокротягова. «Пора». Мокротягов давно ждал этой поры, и он дал из автомата затяжную очередь, правя огонь сквозь все тела врагов, находившихся один за другим на прямой линии трубки его автомата. Агеев перехватил огонь Мокротягова на половине диска и пустил в работу свой автомат, чтобы обеспечить мгновенное истребление неприятеля дальнего фланга. Мокротягов выждал огонь командира и потратил остальную половину диска на уже повалившихся и поникших врагов, желая прочнее перестраховать их погибель. Но в то время 4 танка вступили в Семидворье. Замерев на месте, они открыли огонь из своих пулеметов, маневрируя на большом пространстве и поворачиваясь вокруг себя, чтобы надежно прострелять каждый квадрат и каждую скважину земной поверхности. Вдобавок же к пулеметам с машин работали автоматчики десанта, тщательно выискивая цель. В удалении, должно быть, на проселке все еще били короткими очередями бойцы сержанта Вяхерева, но теперь их не стало слышно за огнем пулеметов. Агеев велел Мокротягову глубже тонуть телом в песке и пробираться сквозь него в заваленный огневой блиндаж, потому что там Мокротягову будет укромней. Мокротягов хотел исполнить указания командира, но расслышал частые взрывы ручных гранат на проселке и хотел сказать оглохшему командиру о том, что Вяхерев подрывает сейчас танки на их марше. Однако Мокротягов успел лишь слабо вскрикнуть и вытянул вперед изнемогшие руки, словно он желал уловить ими самого себя, уже исчезнувшего из жизни. Агеев поглядел на него. Середина донышка фуражки Мокротягова вдавилась ему в темя, ударом вонзившейся в голову пули. И он скончался мгновенно. «Он рядом со мной», — понял командир. «Но он сейчас дальше от меня, чем самая высокая последняя звезда на небе». Агеев заглушенно слышал близкий огонь пулеметов и поэтому понимал ход боя. В поле его зрения появился танк. 2 автоматчиков стояли на нем в рост и били в сторону взгорья, по входу в укрытие. Агеев дал по ним короткую очередь, чтобы они умолкли. Затем командир расслышал, как заработал пулемет Сычева из укрытия, и увидел, как огонь его вымел из окопа в ход сообщения 3 немцев, которые тут же легли и утихли, обхватив друг друга возле тех, что пали прежде. Сычев бил из пулемета наружу из глубины земли под взгорьем, оставаясь сам со своими бойцами в безопасности. Видимо, он работал сейчас на истребление врагов, забравшихся в окоп. Голые, обезлюдевшие танки рычали и ползли по земле, ища решения боя. Они били теперь из пулеметов лишь по входу в укрытие под взгорьем, откуда трепетал жесткий огонь Сычева. «Жаль, нам не придали бронебойных ружей», — подумал Агеев. «Придется управиться без них». Он чутко вслушивался в сражение, как в работу мастерской, и увидел, что его рота трудится в бою регулярно и спокойно, словно ведя производство обычной полезной продукции,
хотя это производство было высшим, внезапно действующим искусством. А полезная продукция называлась победой над врагом и над смертью своего народа. Командир почувствовал удовлетворение от того, что он учил и одушевлял своих бойцов, а Сычев чеканил их дисциплиной. «Ну, дальше, скорее, милые, бессмертные мои», — говорил командир. Он так напрягся вниманием, что ему казалось, что он все теперь слышал. Танки противника отошли в сторону, чтобы взять дистанцию, и оттуда они ударили из пушек по взгорью. Но из ближних огородов по тылам машин заработали автоматчики младшего сержанта Потапова, и там раздались взрывы ручных гранат. Одновременно по другую сторону Семидворья на проселке также открыли огонь бойцы сержанта Вяхерева, работая, должно быть, на отвлечение противника. «Хорошо, хорошо», — понимал Агеев, — «это разумно и точно». Четыре танка врага теперь стреляли из пушек и пулеметов по всем направлениям, неприцельным, рассеивающимся огнем. Немцы продолжали сражаться из машин с неслабеющей энергией. Но смысл самого боя они утратили, потому что не знали точно расположение противника, его силы и замыслы. Они шли на Семидворье как на пустое место, чтобы миновать его сходу, оставив здесь для закрепления десантный отряд. Для победы же необходимо не только желание ее и действие боевых средств, но нужно еще непрерывно чувствовать разумный смысл течения боя. Смысл, рождаемый из правильного расчета командира. Агеев радовался точности боя своей роты. Он уже знал наперед, что сейчас должно случиться и что будет потом. Он радовался из-за себя и за своего бойца, который боится не врага, а бессмысленности. Танки продолжали вести огонь с небольшого удаления. Отряды Агеева затихли было без ответа, а затем враз по точному чувству взаимной связи открыли огонь по танкам. Сычев бил из укрытия, норовя вонзить очередь в живую скважину машины. Вяхерев стрелял из автоматов из-за взгорья, подойдя туда со своей уцелевшей группой с проселка. Потапов же обстреливал машины с тыла Семидворья. Немцы вращали огонь по местности, не успевая сосредоточиться. Агеев выстрелил из своего автомата в пустое место на взгорье, желая ввести в заблуждение противника, потому что такой выстрел мог сделать лишь немец, отлежавшийся в земле. Крышка люка одного танка дважды приподнялась и опустилась, что походило на сигнал приветствия или на знак, что выстрел Агеева понят с немецкой стороны как свой. Один танк пошел прямо навстречу пулеметному огню Сычева. Он налез на окоп и наглухо перекрыл бронированным телом вход в подземное укрытие. Другой танк перекрыл отверстие в убежище, где были ранены бойцы. Два остальных танка остановились возле и повели редкий огонь окрест против отрядов Вяхерева и Потапова, беспокоивших издали врага. Немцы берегли боезапас и стреляли теперь только по нужде, не давая своему противнику приблизиться к машинам. Агеев расслышал по внешнему огню, что его бойцы устойчиво держат Семидворье в окружении, зарывший в землю и не терпя потерь. Земляная наука командира пошла им впрок на спасение жизни и на долгое сопротивление врагу. Однако Агеев теперь видел лишь то, что происходило, но не знал, что должно случиться потом и как нужно действовать далее, немедленно, чтобы бой шел на непременное сокрушение неприятеля. Он утратил понимание движущегося смысла боя и опечалился тому, от чего прежде радовался. Он боялся боя, который идет сам по себе. Он верил в победу лишь того, кто ведет сражение, как верное производство. Но Агеев угадывал, что нельзя столь точно размыслить обо всем наперед, и что своя победа часто высматривается среди сражения в противнике. Для этого надо лишь уметь понять невнятный намек и, сообразив его со своим положением, найти единственное точное решение. И сейчас Агеев искал этого намека или языка в поведении врага. Бой в сущности замер на месте. Машины противника столпились в Семидворье, но не обладают им. Ровно и рота и Агеева находится здесь не свободно, не владеет землей. Но пусть враг начнет действовать, и тогда утраченный смысл боя, как направление к победе, должен открыться. Стрельба с танков вдруг участилась. Били пулеметы и пушки в сторону огородов. Должно быть, оттуда бойцы Потапова попытались приблизиться к машинам для удара по ним ручными гранатами. Это зря. Сейчас такое дело не выйдет, решил Агеев. У немцев огонь в руках и видимость. Затем стрельба утихла, и у одного танка, что перекрыл своим телом вход в боевое укрытие Сычева, приподнялась крышка люка. Оттуда на мгновение показался человек, поглядевший в сторону Агеева. Потом это повторилось еще раз, но по-другому.
потому что Агеев выстрелил по врагу, и следом за ним его бойцы дали очереди по башням всех танков, и поднятая была крышка враз опустилась. Агеев догадался, что немцы хотели его позвать к себе, а теперь увидел, как хоботок танкового пулемета, обращенный в его сторону, опустился до нижнего предельного края прорези в броне и запламенел в своем устье огнем. Пули провели череду мелкой пылящей вспышки перед лицом Агеева, метров в двух впереди него. Не отводя внимательного взора от пламенеющего дула пулемета, Агеев, не думая, начал ползти назад, утопая глубже в песок. Пулемет прекратил огонь, и ствол его чуть приподнялся в прорези кверху. Агеев увидел, что от жизни его отделяют 2-3 метра. За этим расстоянием лежит непростреливаемая с машины зона. Может быть, надо пройти вперед 4 или 5 метров, чтобы жить, потому что другие две машины стояли чуть дальше, и только одна еще ближе. Но все равно и 5 метров – это недалеко пройти, чтобы жить. Однако сейчас больше, чем жизни, командир обрадовался своей мысли, подсказанной ему врагом. Он узнал теперь способ решения боя и средства победы. Взяв в руку револьвер, Агеев поднялся из земляного завала и бросился вперед к танкам врага. Он прошел почти весь путь и уже вступил на черту, по которой пули вспахивали прах перед его лицом, когда он лежал. И тут Агеев почувствовал, что у него в груди зародилось жаркое тепло, словно там открылось второе сердце. Он приостановился, как бы одолевая ветер, ударивший в него вдруг. Потом опустился к земле и пополз по ней в тень танка. Добравшись до гусеницы, Агеев прилег, там вниз лицом к примятым оробевшим былинкам, и отдохнул. «Сычев!» – позвал Агеев. «Сычев! Копай землю сквозь! Иди ко мне! Окружай их по мертвой зоне! Гранаты в руки возьми!» Немцы за броней возились в своем хозяйстве и что-то недовольно бормотали. Агеев опробовал себе грудь под старой, еще не истлевшей на нем морской тельняшкой. На правой стороне груди, из-под ребра, в нем медленно выходила кровь. И тело здесь было жаркое. «Ничего, она помаленьку идет, вся не скоро выйдет», – обсудил свое положение Агеев. Он осмотрелся вокруг, держа револьвер в правой руке, остерегаясь, что в него могут выстрелить из ручного оружия через какую-либо щель танка. Во избежание этой опасности он прополз далее за гусеницу, под самый корпус танка, где было покойней. Там он лежал возле обваленного танком окопа, в котором лежали мертвые немецкие солдаты. Бойцы Вяхерева и Потапова время от времени били издали по броне машин, чтобы враг чувствовал их и не мог своевольничать. Немцы из машин им тоже отвечали огнем, но не часто, а по мере необходимости. «Сычев!» – закричал Агеев в сторону сычевского укрытия под взгорьем. Он видел теперь в просвет под машиной, как навалился танк на входную щель и обрушил в нее грунт. Однако Агеев понял, что завал был сделан не в мертвую, а крошенными комьями, и воздух, значит, мог проходить к Сычеву в скважины земли. «Сычев!» – тихо сказал Агеев. «Что ж ты, Сычев, ничего не думаешь? В бою рябой черт!» Пот пошел по всему телу Агеева, и он сжался от озноба. «Отдохну пока тихо», – решил командир. «Может, кровь остановится, и я выздоровлю». Но он чувствовал, что кровь, как из родника, сочилась из груди и холодила его тело. «Что же на все идет и идет?» – огорчался командир. «Ведь мне некогда сейчас умирать». Он задремал, желая поздороветь немного, чтобы закончить бой с живым человеком. Открыв глаза, он почувствовал человека, трогавшего его голову рукой. Агеев поднял револьвер на него, но человек прошумел ему в ухо. «Это я, товарищ старший лейтенант, старшина Сычев». Агеев обернулся лицом к Сычеву. «Где твои люди, Сычев?» Сычев указал левой рукой наружу, вокруг танка, вправо у него была граната, и вновь припал к уху командира. «По мертвой зоне округ всех четырех машин лежат, товарищ старший лейтенант, с оружием и гранатами наготове. Теперь противнику некуда податься, и он сам леет тут на месте». «Как же ты из-под земли людей своих вывел? Как ты догадался, товарищ Сычев?» «Я тебя звал. Две пробоины сквозь цельный грунт сделали, товарищ командир, и прямо вышли в притирку к этой машине. А ты бы лучше под машину шел, в завале грунт мягче. Теперь-то оно видно, да мы не сразу образумились и сквозь целину перли. А мякоть побоялись. Там в земле нам душно было, товарищ старший лейтенант. Голова не думала. А что Афонин ко мне не явился? А я его, товарищ командир, вместо Потапова на дело послал. А Потапов что? Скончался от ранения. А Вяхерев как живет? От него ко мне человек добрался, товарищ командир. Вяхерев солдат деловой. Он две машины на дороге подбил. И томит теперь их экипажи, чтобы в плен обратить.
а троих своих бойцов он на нашу горушку с той стороны поставил. Пускай они проход копают в тот каземат, где у нас раненые были. Пускай они поскорее копают, Сычев. Скажи Вяхреву спасибо. Агеев пожалел, что нет сейчас возле него Вяхерева. Он захотел еще раз увидеть своего 20-летнего сержанта, сероглазого, чистого лицом, прекрасного как девушка, и милого Агееву как младший брат. Вяхерев испытал много сражений, но еще ни разу тело его не было поражено раной. Может быть, прелесть его натуры была тайной силой, хранящей его от гибели. Агеев пополз из-под танка наружу, где редкой цепью лежали его бойцы. Сычев выбрался за ним следом. «Вы что так скоро дышите, товарищ командир?» – спросил Сычев. «Перевяжи меня, Сычев, у меня внутри плохо». Бойцы молча лежали по земле с гранатами в руках, не сводя глаз с замерших машин врага. Немцы в таком же молчании смотрели на русских сквозь щели изнутри танков. Они могли бы тронуть танки с места и начать давить людей гусеницами или хотя бы выстрелить из револьвера в русского бойца. Но тогда машина была бы сразу подорвана гранатами, а немцы хотели сберечь свое имущество. Русские же, находясь на открытом месте, не жалели своей жизни против железного противника. Агеев увидел это безмолвие и мучительное напряжение человеческих сердец. Бойцу пора было отдохнуть, и поэтому надо поспешить с победой. «До конца боя доживу?» – спросил Агеев у перевязавшего его Сычева. «Глядите сами, товарищ старший лейтенант», – ответил старшина. «Я командовать ротой ни почем не могу, а более некому». «Да тело у вас прочное, может, пуля обживется внутри». У Агеева стыла вся внутренность и болели ноги. Будь он дома, мать бы растерла ему ноги, и боль прошла, а грудь ему она согрела бы своим дыханием и укрыла сына тремя одеялами, напоив его чаем с малиной. Сычев отвернулся от Агеева, и лицо его стало внимательным и задумчивым. Он вслушивался. «Что там?» – спросил старшину Агеев. «Танки идут с проселка». Агеев понял. Танки, вероятно, вызваны немцами по радио на помощь. Нечего было далее томиться возле врага. «Сычев!» – позвал Агеев и затем приказал ему на ухо. «Передай по цепи всем отодвинуться назад до самого края мертвой зоны. Потом гранатами по гусеницам. Ты бьешь первым, за тобой все сразу одновременно. После того всем ползти в прежнее укрытие и стать там в оборону против свежих машин. Понятно?» «Есть!» – прошептал старшина. «Только близко бить гранатами придется. Осколки будут своих вредить. Ползите назад, товарищ командир». Сычев позвал знаком двух бойцов справа и слева от себя и тихо произнес им приказ. «Пусть глядят, чтобы все по-умелому было, и осколков остерегутся», — добавил старшина. Немцы угадали что-то. В двух машинах у них взревели моторы, но поздно уже было им соображать. Сычев, поднявшись в рост, сноровистой рукой метнул гранату в избранное его глазами гусеничное звено и сам тотчас пал ниц лицом к земле, приникнув к ней как можно теснее. Машина вспыхнула в своем подножии белым пламенем и содрогнулась до самой башни. И враз вокруг стала рваться сталь огнем, чтобы враг здесь замер на месте навек. Сычев и ближний свободный боец подняли командира и понесли его к новому проходу в укрытие. В укрытии Сычев засветил фонарь, снял с себя шинель, постелил ее и положил на нее командира. Бойцы быстро стали собираться в подземном каземате и усаживались, прижимаясь друг к другу, чтобы уместиться в тесноте. «Сычев», — сказал Агеев, — «ставь на оба входа по пулемету. Шестеро бойцов пусть будут снаружи, чтобы противник не выползал из машин. Уничтожать его». «Есть», — ответил Сычев. «Выйди, послушай, подходят ли новые машины, сколько их по шуму, как их встречают там Вяхерев и Афонин. Давай скорее». «Есть», — сказал старшина. «Как вы себя чувствуете теперь, товарищ командир?» «Я всегда чувствую себя хорошо», — улыбнулся Агеев. Сычев ушел и не приходил долго. Потом он возвратился. Агеев, часто дыша, смотрел на него с закатившимися, не моргающими глазами. «Товарищ старший лейтенант, танки врага пошли с проселка в охват нашей местности», — доложил старшина. «А всего их будет, бойцы сосчитали 17 машин. И веса они не тяжелого, так что мы и без вас управимся. Отдыхайте пока». «А наши немцы что?» – спросил Агеев. «Пока что молчат в своих машинах». «Да к вечеру сдадутся. Они погибать не любят». «Вам дать попить, товарищ командир? Я сейчас принесу». «Не надо», — сказал Агеев. «Мне ничего не надо». Все люди в укрытии сидели молча и старались дышать негромко и понемногу, чтобы не тратить на себя лишнего воздуха в тесной пещере. Сычев опустился на колени возле командира и смотрел ему в лицо в ожидании, чего он скажет или чего захочет. «Товарищ командир,
«Живите сейчас с нами», — произнес старшина. Агеев услышал его. Он смотрел на старшину глазами, взор из которых уже ушел, как влага в осохшем колодце. Он часто дышал, еле успевая работать сердцем, и тяжким трудом добывал теперь себе каждое следующее мгновение жизни. «Сейчас я не могу, Сычев. Сейчас я не могу жить». «Ну ничего, товарищ командир, вы отдохните пока. Сейчас не сможете, так потом будете жить». Агеев еще старался дышать и смотреть на Сычева. «Я потом тоже не буду жить, Сычев. Я хотел, чтобы вы все, чтобы все бойцы жили, чтобы люди одолели смерть». Агеев повернулся лицом к молча смотревшим на него бойцам. И тогда его предсмертный, изнемогший дух снова возвысился в своей последней силе, чтобы и в гибели рассмотреть истину и существовать согласно с ней. У него явилось предчувствие, что мир обширнее и важнее, чем ему он казался дотоле, и что интерес или смысл человека заключается не в том лишь, чтобы обязательно быть живым, а в отречении своем от уходящей жизни. Агеев доверчиво закрыл глаза. Из-под века правого глаза у него вышла одна слеза и осохла, а на другую слезу у Агеева уже не было жизни. Сычев склонился к голове командира и прислушался к его дыханию. Затем он поднял свое лицо к бойцам и сказал им: «Нету больше его». И, обняв ноги покойного, Сычев заплакал, чтобы облегчить свое сердце. Он не знал, как ему быть теперь, и не мог стерпеть в себе грустной любви к умершему, которую он прежде не чувствовал, или она была подавлена в нем обыденной привычкой к своей равнодушной жизни. «Ничего, пускай он так», — сказал боец Марковников. «Эта душа в старшине родилась». Сычев дал бойцам на прощание лишь малое время, а затем велел всем одуматься и приготовиться к сражению с окружающим семидворье врагом. «Ишь, какие люди смерть за нас принимают», — сказал Сычев. «Пускай только срабеет теперь в бою какой недоделок». Сычев оглядел всех своих живых бойцов. Красноармейцы были безмолвны. Они привыкли терпеть бои и могли стерпеть даже смерть. Но сердце их не могло привыкнуть к разлуке с тем, что оно любило, и что ушло от него безответно навеки.